Всем привет, ребят. Мы продолжаем проходить Legends of Zelda. Здорово, Даман. Спасибо за лайкос. Значит, что? Остановились мы на задании. Нужно было, по идее, пройти между вот этих двух гор. Попасть в какую-то деревню. И там, в этой деревне, мне должны сказать, что делать дальше. Здесь вроде никаких святилищ я поблизости не вижу. Так что мы, наверное, туда попозже пойдем. По сюжету. Давай мы тогда спустимся с этого дела. С этой вершины. Башни. Да, что такое там? Не знаю. Ладно, полетели. Прям прямой наводкой. Вот мы летим на этот лагерь. Слушай, мигает, как будто святилище рядом. Что это такое вообще? Интересно, есть ли тут скрытые какие-то святилища? Факел. Не думаю, что он мне нужен. Давай попробуем разбить вот это вот ящики. Яблоко, желудь и стрела. Тоже хорошо. Так, у нас тут сундучок. Вот это что такое? А, вспомнил. Это, короче, у нас поджигать факел можно. Не знаю пока зачем. Пусть будет. Я думаю, еще надо будет от топора избавиться. Одного лишнего, точнее, от молота. Вряд ли пригодится, но для эксперимента. Все равно выкидывать. Давай попробуем разбить. На-ка. Ну вот можно использовать, в принципе, как оружие, почему бы нет. Вот это что такое? Топор лесоруба. Ну тут, наверное, скорее всего, просто как можно зажечь вот этот казан и в нем приготовить еду. Скорее всего, так. Почему она постоянно... А вон там святилище, да? Так, ну давай тогда мы переберемся на другую сторону. Чего бы нет. MR.Toaster. Или не успеваю, только помылся, еще кушать не разогрела, а тут уже подрубили. Ну, помоешься потом, в принципе, а ты вот этот, ну, поесть себе накладывай, как говорится, приятного аппетита, да, это. Ты с работы, что ли, только пришел, да? Так, давай, наверное, мы пересечем, наверное, вот эту реку, вот где камни у нас находятся. Я попробую на это святилище залезть со скалы. Надеюсь, мне стамины хватит. А я вот что-то как-то это, как вообще не отдохнул после смены. Сегодня, блин, вообще. На работе была жесть полнейшая. Пришли, все утоплено, просто весь сет. Там... Знаешь, да, где у нас шахты для движков находятся? Ну, у двигателей шахты. Найдена, я имею в виду. Ни хрена, какая-то хрень плавает. Кто такой? MR.Да, он опасный, походу. Так вот, у нас в этих шахтах по колено было. Да нет, почти чуть выше колена, короче. Было утоплено все в песках. Ребята взяли, цех утопили и домой пошли. Так, пока они меня не сожрали, нужно было быстренько переплыть. Ну,
клинковый сезон. Ну, как я и говорил, короче говоря, я, в общем, пришел, все наладил, все починили, короче говоря, и работали спокойно всю смену. Единственное, что пришлось, это какое-то... Пришлось очень много размывать сегодня. Меня, походу, продуло. Как-то я неважнецко себя чувствую. Может быть, просто не отдохнул, не знаю. Что, мастер такой? Да, там утопилось-то немного. Мы туда приходим, а там вообще труба. Там просто ступить некуда. И в соседницах тоже залили. Короче, веселуха была. Давай, осмотреть. Здорово, Егорыч. Так, Ваша, ничего. Я сегодня выходной. Всем привет. Я сегодня выходной, да? Битвы. Если монстр выставил щит, выбейте его каким-нибудь тяжелым оружием. Ну, конечно. Сейчас вам какую-нибудь очередную головоломочку даришь, а? По-моему, тут нужен будет как раз гироскоп. Это я удачно зашел. Или нет? Я встал на эту штучку и, короче говоря, все случилось. Тихо. Взял, упал. Орешки горели на флотации, на гравитации посадки были. Пока движки. Ну там у нас один сгорел. Только проснулся с ночной смены. Сейчас на концерт пойду, кавычка. Верни мне мой 2007, кавычка. Что там, какая-то альтернатива, что ли, выступает? Забойная. Ну, прикольно, слушай, я бы сходил тоже. Музяки послушать всяческое. Тустер, короче говоря, у нас эти, как, у нас горел только один движок. Второй вроде как просто отключился и все, как бы, ну, особо без последствий. Вот. Но там был неопытный машинист, и, короче говоря, он очень долго делал переход и утопил нахрен всю насосу. Антонов, каверы тех времен. Каверы тех времен. Типа Аматори, да, какой-нибудь там, я не знаю. Бля, я бы, знаешь, что послушал? Ай, блядь. Ну, я бы 5DS послушал. Кавер. Было бы прикольно. Кстати, надо что-то сожрать. Па-па-пам. Так, давай, что там я готовил? Давай, яблоко сожру. Не, особо жрать тебе нечего, кстати. Надо как-нибудь забраться и приготовить что-то. В скором времени подохну голодной смертью. Тут готовка это практически, бля, неотъемлемая часть, короче, игры, как бы постоянно надо этим заниматься. Потому что ХП у тебя, бля, расходуется сразу, ну, постоянно, как бы, и тебя возрождают, если ты подох, и отнимают у тебя какое-то количество ну, от сердца. От сердца к солнцу. Ага. Тут надо как-то вовремя встать, короче. Покатить шарик. И он такой чик. И вот так вот. Бля, ну почти, кстати. Надо это очень четенько сделать. Стой. Оп. И вот так вот. Блин, почти. Антонов, на диезе вроде не будет каверов. Психея точно будет, американская всякая альтернатива, лимбискиты. Бля, ну психея тоже ништяк. У них там есть козырные песни. Ну а лимбискит это как бы вообще крутяк. Не, классно. Че билет стоит? Сколько? Стопудовую хуйню, да, какую-нибудь? Ну, тихатку, да, блин, так. О, я закатил шарик. Платформу просрал. Ну ладно, все приедет.
Олимпийских. Группа Олимпийских. Интересно, они сейчас выступают вообще? Стопудово со старыми... 300. Соси у Олимпийских-то. Соси у тракториста. Недорого, слушай, вообще. Как бы далеко-то тут. Походу, да, планер не поможет. MR.Toaster. Это ты, Егорыч, в Куба Бар к Сереге идешь? Антонов, конечно, выступают, и есть свежий концерт в поддержку нового альбома. Дарст с седыми усами, на дедушку похож. Да, я видел тоже какое-то у них выступление, там у него не усы были только, а он борода, короче, борода с усами, весь такой этот седой, короче. Кстати, а клубешников в Апачи дохуя, Антонов, которых, ну, да, которых можно сходить. Вот именно музыкальных каких-нибудь клубов, чтобы какую-нибудь хорошую музыку послушать. Ну, типа, блин, альтернативы какой-нибудь, я не знаю. Есть что-нибудь еще потяжелее вообще? Ну, а кроме альтернативы, там, не знаю. Какой-нибудь трэш-метал, блядь, послушать. Можно что-нибудь такое? Наверняка какие-нибудь фесты, конечно, делают. Областные, типа того. Так, я тут кое-что придумал. Вот это что за бочки? Они металлические? Ну-ка, заценим. Захват. Оп. Тащим эту телегу. Ой, ты. Ой. Надо как-то переместить эту бочку. Вот себя. Ну вот тут я ее поставлю. Антонов. Бац. Да не, все примерно как в Ковдоре. Только у них бар под это есть. Скоро влажные ватрушки приедут. Влажные ватрухи ништяк, кстати. В принципе-то да, что? Там, наверное, в апатитах больше ковдорских, чем в апатитских. Так, еще раз магнит. Захват. Антонов, в общей массе, что местные команды играют, то и звучит. Ну, короче говоря, фестивали какие, как в Ковдоре проходят, да, типа Джайфеста, блин, то и ломает. Ну, морды ковдорские часто мелькают. Трэш и Блэк есть, бля, я бы на Блэк сходил. Антонов, трэш и Блэк есть. Я в последнее время что-то как-то трэш не очень, а вот какой-нибудь Блэк, метал и так далее. Да, да, что-то как-то ништяк. Я, кстати, бандану какую-то нашел. Да, ну еще можно. На байкера похож. Все, святилище полностью пройдем. Коротенькая, кстати. Особо загадок никаких. Да, я тут недавно фильм, короче, посмотрел. Называется, по-моему, «Короли хаоса» или... Что-то такое. Там снимается этот брательник Макалея Колкина. Он про true black металлистов, короче. Вот. Там про этого, про Мейзем группу, про Берзума. Как они там
друг с другом не ладили. Про вот этого двинутого, как же его? Иероним, по-моему, его звали. Двинутый вокалист был у Мейзена, который там одежду свою закапывал, чтобы над этой землей воняло. Антонов, ну вот механик с моей смены в блэкерской мизантропии играет. Сегодня он каверы будет мочить. Угу. Будешь его подъебывать по рабочим темам во время перекуров между песнями. Короче, фильм этот прикольный, прикольный. Вот, а вокалист у Мейзена был вообще двинутый чувак, он потом уже себе этот... вены себе вскрыл и в голову себе выстрелил. Записку написал, типа, извините, что-то много крови, короче. Такие дела. И потом этот, как его... гитарист, получается, Мейзена. Он его Бёрзом по фильму завалил. Но там вроде как его Бёрзом оправдали, там и так далее. Он отбрехался, короче. Так до сих пор. Ну, там эти слухи ничем не подтвержденные, но в фильме Режик решил показать так, что типа Бёрзом его завалил и убежал. А потом сказал то, что на меня напали. Так, мне еще 3 штуки надо собрать. Я могу себе сердце поднять счет. Я пока с молотком побегаю. Все равно он скоро лопнет, сломается. Дематериализуется, я бы сказал. Антонов, на прошлом гиге только одна тёлка ковдорская была. Да, походу, не сезон, они все учатся. Еще где-то святилище? Да вы угораете. Причем она либо наверху, либо где-то очень рядом. Мне кажется, наверху. Не будут же они в одной плоскости ставить 2 святилища. Не-не-не, это так не работает. Дротик. Это чтобы дротить. Кстати, вот давай-ка мы этот... жареху, да, и приготовим сейчас что-нибудь. Давай, мега-блюдо. Яичко. Потом вот это вот беду. Что это такое? Трава какая-то. И... что? Нет, это вообще не продукты питания. Чё? А, вот. Ну, яблоко, допустим. Готовим. Тут, блядь, можно готовить всего от всего. Как Линк еще не дрищит по углам, я, блядь, в шоке вообще. Фрукты на пару нихуя не восстанавливаю. Ты хуйню вообще налепил, блядь, на... и все нормально прокатило. Бля, мне еще пизды дадут. Так, мега оружие надо. Я тут всех размотал чуть-чуть. Ах ты, ебаная падла, блядь. Ну, они с подачи выносят, а мне хп не хватает. Что-то такая вот нотка, короче, этого присутствует, как, блядь, нотка Dark Souls присутствует, когда тебя выносит, блядь, с подачи. Еще какой-то новый фильм вышел, там священник минус, маньяк металлистов мочит. Не помнишь, как называется? Я бы того самого глянул бы. Вообще, кстати, про музыкантов и так далее довольно-таки немного фильмов. Так, надо эту псину зеленую, блядь, отстерегаться. Еще в переводе нет. Надо что-то сожрать. А то меня сейчас быстренько завалят. Я так понимаю, если нету в переводе, значит он вышел недавно, да?
Так, я совсем забыл, кстати, про механику, то, что как с ними биться-то нормально. Поищу. Давай, скажешь название, я постараюсь его запомнить. Просто когда ты с ними бьешься, ты ловишь врага в цель, немножко обходишь его со стороны относительно, когда он на тебя смотрит, и просто вносишь его вообще на раз-два. Тут, ну, боевка как бы такое. Не самая важная механика, скажем так, в игре. Я, пожалуй, вот что, я палочку выкину, вот эту бесполезную. Возьмем парочку другого оружия. Кстати сказать, прочитал сегодня, как... этот, как оружие. Тут можно потом будет увеличивать количество ячеек для оружия и отдельно увеличивать... количество ячеек для щитов. Тут надо вот мелких чуваков под камнями искать, и потом их где-то вот эти... То, что они дают, какой-то ресурс, вот это вот менять. Потом у какого-то мужика, короче. Так, боевой меч. Мы его... вот на это дело поменяем. Надо какой-нибудь камушек, да, наверное, расхерачить, чтобы выкинуть вот этот почти сломанный молоток. Да, заебись камень. Хороший. Совсем не ломается. Вот. Почему они не пишут, сколько вот эта БКЖ, допустим, наносит урона сразу же, ну... маленькая бы менюшка выскакивала контекстная, было бы, по-моему, гораздо удобнее. А то хер знает, ты берешь какую-то шляпу, короче, а потом нужна она тебе, нет вообще. Сколько она урона наносит. Так, в принципе, взяв одну, только чисто на цифры запоминать на память. Так, давай, яблоки. Яблоки нас не прут. А вот с грибами попрут, кстати. Вот это что, бодренок. О, бодренок. Мы сейчас, короче говоря, силоцибины. Не силоцибины, мы, короче говоря, эти как вам. Яблочки смешаем с, со скоростями, короче говоря. И грибочками. Все будет ништяк. Редиска. Нет, редиску я оставлю, она, кстати, редкая. Давай, грибы и яблоки. Готовим. Бодрящие сочные грибы. Окей. Давай, короче, наверное, приготовим все, что есть. Вот прямо грибы грибами, да? А вот это что такое? Стой. Жалко камни, блин, нельзя с грибами готовить, было бы прикольно. Это лечебный цветок, растет на большой высоте. Давай его добавим. Что? Грибы с какой-то травой. Разнообразное у нас будет меню, как бы. Мало поднимает, но мне пойдет. У Линка должен быть очень крепкий желудок, я тебе скажу. Просто от такого количества... грибов там, ну, с такого сочетания реально можно обосраться. Да, мясо с рыбой, допустим. Да? Вот, окуском их много. И яблоко. Мясо, мясо, рыба, яблоки. Ну, конечно, да, жесть. Но она стопудово много будет поднимать. Что получилось? Сочный хруст микс. На оно прибавляет. Получается 6 сердец. Бля, такие блюда, короче, готовлю, которые прям вообще просто с копыт, как бы. А у меня столько сердец просто нету в наличии. Они прям поднимают прям порядочно.
бодрящий и сочный. Сочный, бодрящий. Грибы какие-то пожарил, не знаю. Давай, что это? Растения. Давай. И растения, короче, мы вот с мясом, да, забацаем. Не, давай вот яблоко. И рыбы. Сда желудку, ну ладно. Его, наверное, стопудово изога мучить. А зачем? Боевая рыба на пару. Угу. Боевая рыба на пару. Короче, сожрав вот то, что я приготовил, ты отхиливаешь себе 6 сердец и еще к тому же атаку увеличиваешь. С помощью продуктов мы дыбаем себе бафы определенные. Да. Скрытая ешка. Давай чисто грибное, короче, себе этот трип устроим. Да? С яблоки. Чёрт, чё яблоки в сухомятку жрать, только переводить? Тан-тан-тан. Сочные грибы, не, о, ещё 7 сердец добавляет. Аппетитно выглядит, да, ну, я бы не сказал, что оно прям очень аппетитно выглядит. Так, давай ещё грибной трип. Угу. Такой хипарь, короче, в бандане стоит на казане, готовит грибы просто. Давай, грибов, грибов, короче. Надо что-то попроще. Давай, короче, яблоко с желудем. Чтобы отхиливало, но не так, чтобы очень. То я что-то кулинарные излишества какие-то готовлю. О, по 2 звезды, вот так нормально, кстати. Жалко, нельзя какие-нибудь вот эти вот зубы, я не знаю. Бодяжить с какими-нибудь камнями, там, зубов с камнями наелся и спит. Птичий орех. Давай, это что? Осьминог. И рыбу, да? Не, давай так вот. Что получится? Передрищится, наверное, все. Сомнительное блюдо. Неприглядное и отвратительно пахнущая мешанина. В принципе, пригодно для еды и не вызовет отравления. Может быть. Какую-то хуйню приготовил. А, Юля. Сейчас мы будем рыбу мешать. Съесть состав. Если он сожрет, что будет? Ее даже не выкинуть, кстати. Съедим. Не, ему похер вообще. Он у нас всеядный эльф. Да, я бы обливался. Давай, взять в руки, короче, вот три вида рыб. Прям рыбное рагу у нас будет. MR.Doster. Повар 2 звезд Мишлен. Да, да. Он рыбу нажарил, он ее... Наевся и спит. Та-та-та-та. Ну, не знаю, давай два вида рыб просто. Кстати, можно вообще и одну приготовить, ну ладно. Четыре, вот. Сейчас мне вообще, в принципе, в тему готовить какие-то простенькие вообще блюда, типа из двух ингредиентов. Ну, типа, брать вот, вот рыбу и яичко. Все, и она будет прекрасно меня отхиливать, по крайней мере, на то количество сердец, которое у меня есть. Все. Ну, давай, яичко и окушка. Пойдет. Бля, что такое перебор-то? Опять мегазил какой-то приготовил. С яблоком. Ну это будет сильно отхиливать. Мясо, оно типа сочное. А нет, шишки бабно. Сочное и очень сытное мясо, но и блюдо. Готовится в казане, подается на шпажке.
Зачем это описание мне писать? Как оно подается? Или не пуху, я даже не замечу. Так, давай, яйцо с грибом. Пойдет. Я не знаю, в том блюде отвратительном, как они сказали, что помешало ему стать съедобным? Осьминог или что-то другое? Простое популярное блюдо. Яйца взбиваются и жарятся до готовности, повышая защиту. Хорошо. Давай еще. Яйцо. Вот с этим грибом. Бодрящий омлет. Ну, давай вот это вот возьмем. Траву, короче, смешаем сейчас с яблоком. Что получится? Да получится по-любому что-нибудь. Без разницы, что ты мешаешь. Все равно жратва выходит. Фрукты на пару, пожалуйста. Сделаем еще то же самое. Просто берешь, короче говоря, любое, ну, неважно, любой подножный корм, который у тебя восстанавливает хоть как-то ХП, и мешаешь его с другим таким же. Получается вообще. Ну, херня, конечно, несусветная, но хилит. Сочные грибы. Причем я вот эти грибы вообще на этом насобирал. На стенках скал. Так странно, почему-то я вроде сделал одно и то же блюдо, но и оно по-разному у меня прибавило. Ну, в смысле, результат разный вышел. Три. Сердце боку. Нет. Это не хилищая штука. Последнее яблоко. Что у нас еще есть? Вот я не хочу, по-моему. Да, я не хочу редис, короче, тратить. Он пригодится. Потом для какого-нибудь мега блюда. Ну а так больше все, короче. Да, тут на это наше полномочия все. Готовить жратву хватит. Так вот, я и говорю то, что хавка дает бафы. MR.toaster. Хавка еще и бафы дает. Да-да-да, вот она и бафы дает, и хилит тебя, но тут нет такого, что тебя где-то возродили, и у тебя жизни восстановились. Наоборот, ты их потеряешь. Поэтому тут лечишься только с помощью еды. Не пожрал — твои проблемы. Скорее всего, тебя и загрузят тоже, да? Бумеранг. Не знаю, что такое. Скорее всего, тебя и загрузят тоже с последнего автосохранения, если ты уж совсем подох, и у тебя там не пришло тебе в голову взять и отхилиться. А что он с бумерангом бегает? Я так понимаю, он одноразовый, да? Что-то пиликает, блядь, постоянно. Где-то святилище есть. Подожди, давай грибов возьмем. Третий день не видно что-то. Может, там грибов нашел? Опа. Да, вот оно, святилище. Но разрабы прям подразумевали то, что я должен прям по этому ущелью идти и все вот это вот дело находить. Сюда можно прогуляться, во-первых. На горы, по-моему, нет смысла пока лезть, это чуть попозже. Ну вот поэтому болото однозначно надо пердорить прямо до сюда. Тянут время, что сказать. Ну, но тянут это, в принципе, интересно. Я вот чему еще скажу. Вот туда хочу. По мостику. Может, тут яички?
Бля, там лошади, кстати, пасутся. Причем, я узнал то, что лошади тут как в RDR 2. Хочешь кататься на лошадке? Будь добры выловить ее. Оседлать и потом сбрую одеть. И тогда, короче, эта лошадь ты можешь призывать, но тоже не каждый. В общем, с лошадьми не все так просто. О, яга. Блять, она ускакала. Че? Был пацан и нет пацана. Лягушка съеблась. Ну-ка, что за челик? Говори. Ну и морда у нее. А, что такое? Устал от беготни? Конюшня-близнецы совсем рядом. Если ты совсем обессилел, перекуси, например, мясо поешь. Спасибо, блядь, Кэп. Они там в конюшне мясо продают. Подожди-ка, это же я мясо продаю. Мясо у меня отличное. Бери, не пожалеешь. Рекомендую взять огузок или окорок. Окорочок. Все свежее. Я думаю, пошел он в жопу с такими ценами. У меня столько нету. Мы ему сейчас что-нибудь наоборот продадим. У нас вот эти вот ресурсы постоянно полнятся. Поэтому мы их продаем, наверное, все, да? Идет 153 рупий. Такое. Я продал, в принципе, полтинник. Продаю все. Идет. 3 сотки. Давай у него кусок мяса возьмем. Какой огузок, филе. Кстати, у них у всех товаров не очень много. Одну. Я не думаю, что я прям нуждаюсь в продуктах, которые надо вот тратить бабки. Потому что как бы жратва тут и так валяется, как бы тут только бери да готовь. Единственное, что за мясом надо побегать, типа там кабана убить и все такое. Ну тут, наверное, ну, мясом надо питаться уже потом, когда у тебя нормальное будет, когда у тебя будет нормальный лук и способность адекватно животных бегающих валить. То я тут уже тут поубивал кабана, только стрелы потратил зря. Жабий меч. Он, наверное, пососа. У него нет ничего. Так, что возьмем? А чем-то разрубить. Вот так. Раз, стрела яблок. Ладно. И так сойдет. Ёпа мать. Лес. С коротким лифтом слез. Придется сожрать что-то. Че, я зря готовил? Ты... Блин, тогда эти чуваки под камнями, которые увеличивают количество ячеек, они, в принципе, тут рандомно могут попасться. То есть тут тогда выгоднее не на коне проскакивать в основном, а вот именно бегать и изучать местность. Тоже стреляют. Ладно, я как Винни-Пух. За дерево. Вот тут. Короче. Ладно. Раз уж я тут неподалеку, давай мы до конца вот здесь добежим. Там пещера, да? Я в пещерах еще не был.
Надо к святилищу перейти вообще. Они не отвлекают. MR.toaster. В Ведьмаке также было лучше ногами, чем на плотве. Да, я большинство Ведьмака, кстати, я прошел. Чем, нежели на плотве поскакал. Потом я на плотве скорее перемещался от точки к точке, ну, в интересных местах, потому что, ну, чуть-чуть быстрее. А так, в основном, по первости ты всегда вот там просто, ну, прям идешь и вот весь подножный корм, короче, хапаешь. Грабаешь, грабаешь, пока вот у тебя карманы не забиты, чтобы потом... Ну, блин, это РПГ, тут надо все собирать, как бы ты... Собирательство — это первая основа, типа, выживания, блядь, в РПГ. Там где-то вот святилище мигало, но я не знаю, где оно. Оно может вообще быть наверху, очень высоко. Давай назад. Но некоторые вещи я бы, конечно, сократил. Тут много беготни. Оп. По уху ему. У них рыба раньше вылетала. Сейчас только эти штуки. Грибочков собираю. Трум-трум. Где яблоки мои вообще? Что-то сколько деревьев не обошел, все яблок нет. Да знаю я то, что там святилище рядом. Сейчас, наверное, будут обучать механики как раз насчет ездовых лошадей там и так далее. Мне, возможно, бабок стоит каких-нибудь. Запросто. Либо он иди сам лови. Так, надо хоть дубинку спрятать, а то я что-то это... Ресину настроен. Ржавый. Это, наверное, ржавый меч, да? Как я угадал. Почитал, короче, вот эту фишку насчет того, то, что на первой стадии, скажем так, разработки этой игры у Линка была способность нырять. Потом ее почему-то убрали. Все ждут, что она появится во второй части. Поэтому Линк тут вообще не... Он только плавает, но не ныряет. Вот. И отсюда... Все сундуки, которые находятся под водой, их надо будет вытягивать какими-то подручными средствами, магнитами, да всем чем угодно, короче. Всеми правдами и неправдами. Но придется, короче говоря, поковыряться в этом плане. А, плюс еще этот, как он... Плюс еще... Если в некоторых местах посмотреть в визор, вот в этот вот, в водоем, то он вроде как должен, как воды Эдема, нахрен, разойтись, и ты должен, можешь туда пройти. Вроде такая хрень. Это писалось такое, подобное. Так, тихо. Добрый вечер. Не часто здесь таких, как ты, встретишь. Тоже путешествуешь? Следы бедствия видны повсюду, но мне все... Но все равно трудно поверить, что миру мог прийти конец. В этих краях по-прежнему много монстров, а у самого замка Хайрул творится вообще непонятно что. Если путешествуешь, научись варить зелье. Понял? Зелье. Чтобы получилось зелье, надо взять насекомое, ящерицу или там лягушку, добавить орган монстр. А без лягушек как-нибудь, вот без бегающей всей этой живности можно обойтись? Вот не хочется вот их ловить просто, чтобы себе какое-то зелье странного этого эффекта получить. Вот как-то не знаю. Потому что эти маленькие насекомые, ну не, насекомых вообще, по-моему, я даже пока еще не рассматриваю, чтобы ловить, я, по-моему, только их со стрелой можно завалить. Ящерицы тоже быстро бегают, лягушку, ну такое, я вон... Да, на камень подняла, на прыг-прыг, все, лягушки нету. Где искать, я знаю. Я не знаю, может быть, прямо охоту, не знаю, геноцид лягушечный устроить, что ли. Ладно, посмотрим. Зелья не восстанавливают здоровье, зато обладают другими полезными свойствами. Ну, то есть бафами, короче.
Они могут, например, повышать твою скорость или защищать от холода или зноя. Неужели ты об этом не знал? Как ты тогда сюда добрался? Тебя ебет вообще. Так и быть. Дам тебе одно из своих зелий. Скорое зелье ускоряет сокращение мышц при всех видах физической активности. Беги, лазание по горам, плавание, повышает скорость движения. То есть она замедляет усталость на 2 минуты. Скорое зелье позволит тебе быстрее бегать. Это удобно, когда куда-то торопишься или хочешь оторваться от врагов. Для приготовления нужны лишь прыть ящерицы, да органы монстров. А каких монстров, непонятно. Ну, наверное, то, что вот здесь, которые рядышком бегают, тебе и надо монстров. А, так что у тебя всегда, всегда его вдоволь. Нет, не вдоволь. У меня ящериц нет. Понятно. Надо еще как-то говориться. Это святилище только недавно засветилось, хотя говорят, ему где-то 10 тысяч лет. Так, вот, и таких в мире много, чуть ли не на каждом углу какая-нибудь древность. Археологи и ученые пытаются найти все святилища, но я в них ничего не понимаю. Хотя мне нравится, как они светятся. Так романтично, находки, открытия. Да. И взрыв мозга. Так, подожди, давай вот туда сплаваем. Вот так вот. Рыбу будем собирать. А чё они тут заныкались-то под водопадом? Бля, ещё подох. Да всё, всё, я ухожу. Бля, быстрее на какой камень. Ну, я сейчас сдохну. Блять, я чуть-чуть. Я прям на береге подох. На берегу. Ой, ладно. Опа, Степа. Почему так? Надо оттуда сюда спускаться. О, лягушка. Резвая лягушка, обитающая в водоемах. Сварив ее с органом монстра, вы получите зелье, повышающее скорость. Она позволит вам быстрее передвигаться. Ну да, ты тут попробуй наловить этих лягушек. Я чисто случайно ее сейчас заметил. Так, мне надо на самый верх. И с этого самого верха, ну вот туда, планировать, потому что как иначе эти шипы обойти, я не понимаю. Разбить я их не могу. Давай-ка мы похилимся. Кстати, лягушек мы пожарим потом вообще. Ну, зелье это такое, пока оно не надо. А в принципе, еды хватает, ладно. Говорю. Что у нас? Хилит 3. Ну, чтоб поменьше такое, чтоб лайтовенькое сожрать. Вот так. Фруктовый микс. По логике вещей, если уж разные механики тут в игре добавили физические свойства, Линк, когда много жрет, должен толстеть. Так-то. Какой жирный Линк с ушами. Это будет нечто вообще. Прям как я. Так, ну давай, полетели, короче говоря. Давай, прыг-скок. И вот так вот, на мой дельтаплан. Это вся загадка. Правда, как потом я буду выбираться, я не знаю. Может быть, мне что-то в этом святилище дадут конкретно для и ломания вот этих штук. Ну, шипов, да. Они, короче говоря, еще могут быть металлические. Кстати, я не попробовал их на магнитные свойства и на холод. Че, подожгите дерево, блин, не успел прочитать.
Водный путь. И чё, и чё? Ну, тут однозначно... Вионис. Вот так, я думал, пойдет. Так. А могу ли я вырастить глыбу льда прям горизонтально? Да, слушай. Ништяк, братич. Эй, забирайся. Вот здесь он по стенкам вообще не пол. Что такие ступеньки подозрительные. Вот в этих святилищах, по-моему, есть боссы. Ну, в смысле, вообще, как бы. В святилищах есть боссы. Вот только... Только когда они появляются, я пока не знаю. Зачем эти ступеньки тогда? Ну, ясно, жути нагоняют. Так. Шарик постоянно падает. Я за шарик явно не прокачу, да? Ну, кто-то сомневался. Ну и как его туда загнать? Надо выстроить вот с этого текущего водопада надо выстроить в таком положении, чтобы шарик скатился на вот эту качель. Выстроить надо глыбы льда. Вот только... Да, слушай, я могу это делать на больших расстояниях. Мне, кстати, одной достаточно, по-моему. Чик, он удаляется. Ага. Вторая глыба льда, чтобы он... Качельки эти не падали. Блин, она разбивает его. Почему? Я, наверное, не успел просто. Так, все. Блин, еще одна не хватает. Я думал, будет достаточно. Есть такая игра прикольная, давно еще, в принципе, в нее играл там, не помню, очень давно, короче. Она называется «Заработал». Там тоже вот физические эксперименты, опыты и так далее надо делать, как бы, чтобы у тебя эксперимент вышел удачно, там, гантелька, чтобы подпрыгнула или еще что-то, надо вот в определенной, ну, там, выстроить определенные вещи, как бы, ну, где-нибудь, чтобы вентилятор там крутился, он дует на шарик, этот шарик спускается, там, ну, вот такая фигня. Было интересно. Так что тут часто, наверное, такие штуки будут встречаться. Чтобы мозг твой был всегда в работе, это хорошо. Испытание прошел, бла-бла-бла. Сфера дух. И можно бить дальше, чем коротким мечом. На лошади можно драться. Чтобы выполнить этот удар, прыжки или падение, ударная волна приземлить наносит врагам удар. Чтобы разбить ледяной блок, направьте. Ну, на, ясно. А, и все, шипы исчезли. Я думаю, то, что все равно через эти шипы можно было также, выращивая глыбы из воды, пройти. Я просто немножко по-другому эту загадку решил.
Это прикольно. Прикольно то, что ты можешь разными способами добиться желаемого результата. Так, там я был. Туда пока нет смысла идти. Нас же ведут в деревню. Это же вообще, типа, чуть ли не обучение, по-моему. Конюшня близнецы. Дорога в деревню Кокорико лежит за тем мостом. Но мне туда ни к чему. Они сами свои овощи выращивают и ничего у меня не покупают. Купи у меня что-нибудь, ну или хотя бы взгляни. Возьми масло. Масло, сбитое из молока белой козы, используется для приготовления рагу и различных соусов. Но часто кладется также в пироги. Ясно, добавочные, короче, всякие штучки. Продавать мне нечего. Ощущение, тут каждый барыга просто. Ой, извини, я задумался и не заметил тебя, прошу прощения. Пытаюсь разгадать тайну кроволуния. Ага, кровосищу, короче. Крово чего? Ты что, не слышал о нем? Ничего себе, сейчас я тебе все расскажу. Со времен великого бедствия бывают ночи, когда луна становится красной. Причем независимо от фазы луны. Ровно в полночь небо окрашивается в красный цвет, и погибшие монстры оживают. Вот это и есть кроволуние. Почему монстры оживают? Почему луна становится кроваво-красной? Никто не может ответить на эти вопросы. Такой вот необъяснимый феномен. Если узнаешь что-нибудь о кроволунии, скажи мне. И непременно. Вообще без понятия, что такое. Я тут все знаю. Добро пожаловать в конюшню близнецы. Красиво у нас, правда? Теперь уже не скажешь, что когда-то здесь почти все было уничтожено великим бедствием. Но поскольку нас защищают горы, близнецы все потихоньку наладилось. Даже дикие лошади вернулись. Здесь все дышит жизнью. Позволь спросить, куда ты держишь путь? Не так далеко отсюда есть деревня Кокорико и Хатено. Кокорико. Кокорико. Небольшая деревня, в которой живут Шиика. Говорят, раньше Шиика строили механизмы, которые работали сами по себе. Это очень не понравилось королю, и Шиика разбросала по всему миру. Чуть дальше к северу от конюшни есть большой мост. Иди по нему и дальше топай по дороге, пока не увидишь ворота Кокорико. Спасибо. Спасибо, если тебя... Спрашивай, если тебя интересует что-то. Хатено, давай что. Деревня Хатено находится на окраине Хайрула. Она почти не пострадала во времена великого бедствия, поэтому хатенцы беззаботные люди. Говорят, у них там что-то вроде научного центра или института. Вроде даже свои сумасшедшие ученые есть, так что многие обходят то место стороной. И это место стороной обходит местный люд. Если идти на север, будет развилка. На ней нужно повернуть на восток, а дальше и все по дороге на лошади туда за день берешься. Спрашиваю, ну понятно. Давай лошадей, ничего. Ты что, не видел по пути лошадей? Видел. Конечно, их теперь меньше, чем прежде, но все равно довольно много. Дикие лошади, они дикие. Живут на природе, никому не принадлежат. Если поймаешь такую, мой брат Сэрен может официально ее на тебя зарегистрировать. Мои сынишки расскажут тебе, как ловить диких лошадей, то только спроси. Недаром они каждый день за лошадками присматривают. Спрашивай, если тебя интересует еще что-то. Будем сейчас лошадей ловить. На первый взгляд тут все как раньше, но великое бедствие оставило на этой земле глубокие раны. Например, по ночам здесь полно монстров, так что будь осторожен. Я думаю, у меня в деревне-то в самой никто не тронет. Добро пожаловать в нашу колонну. Конюшню. Мы занимаемся всем, что связано с лошадьми. А еще ты можешь у нас переночевать. По-моему, ты у нас раньше не бывал. Знаешь, как тут все устроено? Расскажи. С удовольствием. В конюшнях ты можешь оставлять своих лошадей. Оставив лошадь в одной из конюшен, ты можешь забрать ее в другой. Хорошо. Если поймаешь дикую лошадь, приводи, мы ее зарегистрируем, и она официально станет твоей. Всего на тебя может быть записано до 5 лошадей. Кстати, многовато. Так. Что-то у нас тут... ОБС-очка опять.
И звук пропал, да, по-моему, в игре. Антонов, не могу найти. Видимо, еще нет его. В Ютубе. Про него в каком-то видео рассказали. Потом поищу еще. Ну ладно, хорошо. Нет, так нет. Потом найдется. Ну, если вдруг вспомнишь, то расскажи. Позырю. Так, хочешь знать, как ловят лошадей? Давай. Давай расскажу. Чтобы поймать дикую лошадь, нужно незаметно подобраться к ней сзади и запрыгнуть на нее. Лошадь может оказаться строптивой, если она пытается тебя сбросить, хлопая ее, чтобы успокоить. Ага. То есть у нас, как в этом, как в RDR 2, также, пока у тебя стамина есть, короче, ты должен ее оседлать. Суть в том, что священник валит металлхедов. Короче, суть фильма в том, что священник валит металлхедов. Потому что они жгут церковь, короче, да? Круговорот, это естественный отбор в природе, короче. Металлисты, короче, говорят, палят церкви, а священник их убивает. Ну, понятно. Я бы глянул. Когда лошадь успокоится, приведи ее в конюшню и зарегистрируй. Помню, что некоторые лошади долго привыкают к наезднику. Они могут не слушаться, сбиваться с пути, неожиданно останавливаться. В таких случаях осторожно направь лошадь в нужную сторону и похвали, тихонько похлопав ее по шее. Постепенно она начнет тебе доверять и станет послушной. Вот, пожалуй, и все. Теперь давай сначала. Стой. Как... Че, я не той нажал. До свидания. Кстати, а взять лошадь? Не записан. Ну, понятно. Короче говоря, хочешь лошадку, иди лови. Звук пропал, говорим. Может быть, что-то какой-то сбой у нас, поэтому... Сбой по эмулятору. Поэтому давай попробуем на начальный экран. Если нет, давай ему тогда перезагрузим. Без звука просто неинтересно играть. Так, хорошо. А что-то было, кстати. О, и звук вернулся. Да, я же говорю, эмулятор сбоит. Первый раз, кстати, такой. А можно петуха вашего поймать? Кура. Я люблю кур, Эдди. Пойдем топить курицу. Да, нагар, наконец. Че будет? Где кура? Ебись. Кура уплыла в обитель. Так, давай ее поближе попробуем ее кинуть. Что за челик? Он прям жестко нагруженный. Эй, сюда! Что надо? Я у нее ебло. А, приветствую. По-моему, мы еще не знакомы. Раз встреча. Меня зовут Бидл. Ты всегда узнаешь меня по рюкзаку в форме жука. Какого, блядь, жука? Ладно, не суть. Даже в такие опасные времена я всегда в дороге и готов прийти на помощь своим постоянным клиентам. В моем ассортименте разные живности и нужные вещи для путешествий по хорошим ценам. Если тебе вдруг не хватает денег, продай мне что-нибудь. За драгоценные камни и тому подобное, ты можешь получить у меня приличную сумму. Итак, чем я могу помочь? Так, ну давай камушки, да, наверное, толкнем. Давай еще это. Что я зря собирал? 60.
Я один, правда. Идет. Вообще, надо посмотреть, стоит ли у него что-то брать. За янтарь 30-ку дают. За сердце 20. Вот это вот что за механизм? Рубин 210. Хм. Так, давай посмотрим сначала, что он продает. Купил, конечно, кое-что. Стрела? Нет. Бодрый светлячок. Сверчок. Очень энергичный сверчок, который без устали скачет весь день. Свалив его с органом монстра, вы получите зелье, восстанавливающее силы. Лягушки и все, да? Да. Так что, я не зря решил у него ничего не продавать ему и ничего покупать. И-то тут бесполезные эти продавцы. Что если не курицу поймать, а малого? Блин, с ним только разговаривать можно. Шиба, по-моему, этот дядя интересуется лошадьми. Ты прав, Дартон. Видимо, что он хочет покататься вверху. А, наверное, он любит лошадей больше всего на свете. И что теперь? Понятно, что. Что понятно? У нас новый клиент. Дети кукурузы какие-то бешеные. Иго-го, приветствуем тебя в конюшне близнецы. Вернее так, приветствуем тебя перед конюшней близнецы. Ты очень любишь лошадей, да? Тебе и видно, что у тебя... По тебе видно, что у тебя на уме. Лошади, 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 еда, лошади, ведь так? Когда ты обратился по адресу, мы с братом знаем про лошадей все. Можем дать тебе кучу иго-гоших советов. Слово «игогоши» я не сам придумал. Это у нас папа так всегда говорит. Как найти хорошую? Пегие. Пегие лошади такие все в пятнах. Спокойные и легко приручаются. Не то, что одноцветные. Короче, пятнистых скакунов ловить надо. Полностью белые или, например, вороны лошади непослушные. Их очень сложно объездить. Угу. Зато одноцветные бегают быстрее, они выносливы. Папа говорит, что с одноцветной лошадью поначалу одно мучение, но потом это будет твоя любимая лошадь. Короче, надо в запасе, по идее, в идеале иметь и такую, и такую. Но начать лучше с пегих вот этих, с пятнистых, короче. А еще папа говорит, что новичкам надо начинать с... Да, вот. Ну а я, когда вырасту, стану сразу поймаю себе одноцветную. Ты все запомнил, дядя. Мы про лошадей все знаем. Нас папа научил. Спрашивай. Как ловят лошадей, как приручают. Пока лошадь не объезжена, она будет сбиваться с дороги, фыркать и упрямиться. В такие моменты похлопай ее, чтобы успокоить. Бля. РДР-2. Ты... сколько там, я не знаю. Ну, процентов, наверное, добрых 60-70 игры ты просто во время поездки на лошади, а это процент, ну, это много. Ну, большое количество ты ездишь на лошади. Ты ее гладишь, натираешь и похлопываешь. Там даже ее кормить не так часто надо, как просто тереть ее, блядь, шею, чтобы она к тебе привыкла. Тут, наверное, то же самое. В такие моменты похлопаю ее, чтобы успокоить. Хорошо. Только нельзя делать это слишком часто. Так нам папа сказал. Ты лошадь возбудится, что ли? Ага, делай это, когда она тебя слушается, а не просто так. А вот это уже, кстати, интересно. В RDR 2 у нас всегда была механика, вот это натирание лошади. Там можно тереть ее было в любой момент. А тут вот они немножко по-другому сделали. Ну, скорее всего, это RDR 2 украли эту механику, но тем не менее. Тут они сделали по-другому. Тут получается, когда лошадь что-либо делает полезного и так далее, но это вот вообще надо с этим определиться, то надо ее уже гладить, хлопать и кормить. Ну, я не знаю насчет кормежки, но хотя бы гладить и так далее. То есть это уже интересно. Интересней. И когда садишься на нее, еще когда слезаешь.
Ага, залез, похлопал, я понял. Ты этим как бы спасибо говоришь. В РДР не было такой механики, кстати. Там ты просто можешь лошадь, ну, там спамить на кнопку нельзя, но тем не менее тереть своего скакуна. Тереть своего скакуна можно довольно-таки часто. Хорошо. Ты все запомнил, дядя? Ну, про лошадь, да все. Все, я все запомнил. Пока-пока, Юва. Пока-пока. Да, понятно. Давай петуха топить. Вот. Пришел, блядь, в деревню. Так, тихо. Они, по-моему, возмущены. Что за красный знак появился? Давай его сразу в казан кинем. Бросить. Блядь. Я не попал петухом в казан. А все, он, короче, в текстурах застрял. Вот, падла, давай за следующий. Я петушиный король. MR.Toaster. Отстань от живки. Блять, она перелетела. Так, ну вот так вот она стопудово не перелетит. Кстати, дождик грибной. Сейчас грибы пойдут. Давай, лети. Готово. Ай, она не тонет, сучка. Я понимаю, конечно, если подойти к этому петушку и треснуть по нему мечом, то будет просто куриное филе, там ноги и так далее. Будем топить. Они пропадают, так нечестно. Педики пернатые. Ну ладно. Зато так можно было сэкономить на притуплении оружия. И поподнес петуха к воде, сразу же он там подох и все. Не то. Вот это что за чика? В этих краях тихо, а вот у замка Хайрул творится непонятно что, да и монстров много. Так что если путешествуешь, всегда бери с собой... А, понятно. Это чика, короче, с бухлом подозрительно. Это да, у них эти... яблоков наворуют. Я хотела взять это яблоко. Здесь, очевидно, можно брать все, что хочешь. Ну, спасибо, че. Халява, сэр. А вот лошадей не дают халявную. Ты, говорит, можешь брать здесь все, что хочешь. Но, извините, подвиньтесь, короче. Я дрова даже возьму. Извините, подвиньтесь, лошадей ты сам иди лови. Сейчас еще посмотрим, как это работает. А если я у них собаку сворую? Собаку нельзя своровать. А если барашка одного утащу? Сейчас мы его тряснем по башке молотком. Дубинкой. Жалко молоток. Здорово, ёпта. Их не убить. Почему кабаны, бараны тут и так далее, блин, живность, они тут вообще просто бессмертные какие-то в игре. Что там я по горам за бараном бегал, я не знаю, стрел, наверное, 10 в него всадил, ни хрена не поймал. Они просто не умирают, потому что... Тут то же самое вообще, тут не убивается просто он. Петухов можно убивать. Так, эксперимент. Блять, не попал. Цыпа. Бля, ну почти же. Интересно, петух догадался, то что на него охота идет? Не попал, зато чувака чуть не убил. Чел, сорян, я тут на петушиная охота. Пошли они в жопу, короче. Потому что так надо. Так, а у этого почему восклицательный знак? Дикая лошадь непослушна и строптивна. Но стоит ее укротить, и твоя жизнь уже никогда не будет прежней. Ты уж поверь, я все-таки второе место занял на турнире по укрощению диких лошадей. Что же так смотришь, не веришь? Ну ладно, если сомневаешься,
Тогда попробую побить рекорд вице-чемпиона турнира по укрощению диких лошадей, то есть мой рекорд. А, я лучше пойду. Спидерами в очко играть сейчас не в моей компетенции. А, что? Ты смеешь отказывать Ренси, великому укротителю лошадей? Эх, ладно, ничего не поделаешь. Неудивительно, но что ты испугался настоящего вице-чемпиона. Приходи, когда наберешься смелости состязаться с великим Ренси. Да пошел ты, как бы, нахер, потому что я еще вообще этих лошадей только издалека видел. А тут сразу же с кем-то соревноваться надо и, короче говоря, с профессионалом. Рано. Кстати, подожди. Там еще каких-то два этих Чука и Гека стоят в этой палатке. Давай с ними потрещим. Петухи, кстати, респавнятся. Ты их можешь взять, но не можешь убить дубиной. Ну это как вообще? Как минимум это странно. Ага, это тоже, да, чувак? Добро пожаловать, хочешь у нас остановиться? Ага. С одной стороны, короче, это у нас конюшня. Они как корейцы или как работают. Ну, такси, блин, в каком же это фильме, не помню. То, что один таксист в багажнике спит, второй водит тачку, и потом они меняются. Тут то же самое, короче. Два одинаковых чувака, один стоит, короче говоря, ебом торгует возле этого заведения, второй одновременно и конюшней заправляет. С другой стороны, у них еще отель какой-то подозрительный. Че, обычная кровать стоит 20 рупий, а мягкая 40 рупий. Какая разница? Может быть, это завуалированное слово проституции? Возьму обычную, хочу мягкую, а в чем разница? Ничего не так. Вот в чем разница, мне этот вопрос интересует. Мягкая кровать — гордость нашей конюшни. Она немного дороже обычной, зато на ней можно прекрасно выспаться и отдохнуть. Нет, не остановлюсь. В игре нет такой механики, что спать необходимость, так что зачем? Просто лишняя трата бабла. Что за чуваки? В общем, братец, склад лямбы зарыт. Погоди, Присса. Эй, тебе чего надо? Подслушиваешь, что ли? Да нет, тут курю, стой. Мы кладоискатели, и клад великого бандита лямбды будет нашим. Эй, Присса, ты бы поменьше болтал. Прости, братец, я не нарочно. Короче, у нас тут важный разговор, иди приставай кому-нибудь другому. MR.toaster. Шоту я засыпаю, надо кофе. Да, я бы тоже сейчас кофейка бы бах. Сейчас минут через 10 пойду на перекур, да. Тоже себе сделаю кофе. Чё-то ни хрена не выспался, правда. Тут еще такая игра в основном, знаешь, умиротворительная такая, тут все зелененькое такое, музычка с легонца поигрывает такое, ну как бы не жоподерка, типа Dark Souls, знаешь. Там здесь постоянно опасности на каждом шагу. Тихо. Бегаешь, какие-то грибочки собираешь, яблочки что-то готовишь, с кем-то базаришь. Пока активности немного, но в принципе это и хорошо. Я готовят к этому. Постепенно. Так, присаживаемся. Горели пятнистую лошадь ловить. Как они удобненько стоят. Может, одной камень в башку какой-то запустить, чтобы это того самого удрало. Эти меня спалили. И убежали. Эй, ну куда ты, куда, блядь? А насколько я еще бесшумно должен подходить? Она вообще в воду полезла. Ты что, дура, что ли? Бля, я так плавать не умею, как лошади. Лошадь ловить или брючатинку попробовать? Ну-ка, дай-ка сюда белочку. Да, блядь, удрала белочка. Вторая. Тихо.
Ну ладно, белочки не будет, будет какая-то птица. Я не знаю. Сырая нога. Нога сырая. А белки все, блядь, в рассыпную долбанули, да? Печаль. Так. Давай, ложь. Кстати, у меня есть какая-нибудь такая жертва, которая меня бесшумным делает? А вдруг? Скорость движения. Скорость движения. Силы. Силы. Ну, тут все, короче. Просто еда, еда, еда. Вот, бафы, короче, с левого угла написано. Повышает защиту. Силы опять. Вот это. Скорость движения, все. Мне прям нужна бесшумность, чтобы я был как мышь. Мне бы хоть какую-то лошадь поймать, я не знаю. Может ее подстрелить? Давай, иди сюда. Вообще, мне надо лошадь с пятами ловить, а не вот это вот кобылу. Так, что-нибудь... О, вскочи! Стоять! И все? Похлопать. А чё они мне там втирали то, что пятнистая больше сложнее приручается? Я только подпрыгнул, и все, и она уже моя лошадь. Пришпорить. Осадить. Все, пожалуй. А на коне можно собирать эти, как грибочки? Так, что-то набрыкаться начинает. Стоять, зырька. Как-то она так странно управляется. Я не знаю. Я могу целиться на лошади. Видим ее. Окей. Пришпорить. О, скакали побыстрее. Пойдем ее зарегистрируем. Ну что она там и держится? А, за волосы. Бля, мне бы тоже не понравилось, если бы она за волосы мне хватало. Каждая падла ушастая. Куда-то заставляла ехать. Давай остановимся, короче говоря, зарегаем эту лошадь. Ну, в принципе, управление более-менее отзывчивое. Ну, не как в РДР, но что-то такое приблизительно. Так. Угу. Похлопать. Не кажется ли у меня лошадь розовая? Куда ты держишь путь? Подожди, пока, мужик. Какие лошади? Мне вот этот пес нужен. Да-да-да-да-да, все. Вот с этим хочу говорить. Вот-вот-вот. Тихо. Лошадь, блядь, лошадь. Как назад-то сдать? Вот, с этим. Добро пожаловать в конюшню. Да-да-да, зарегать. Подойди к стойке внутри. Зачем, если тут можно это сделать? Итак, чем могу помочь? Зарегистрировать, да. Понятно, значит регистрация. Сила, скорость, запас сил. Спокойно. Я думаю, для начала пойдет. Чем мне сейчас пужиться для какой-то козырной лошади бегать искать? Я думаю, они чаще теряются, чем находятся, да? Ну, типа, смена лошадей будет часто. Типа нельзя, скорее всего, найти одну прям и на всю жизнь. Регистрация не бесплатная, зато ты получишь седло и узду, изготовленные в нашей конюшне. Кстати, я читал то, что сбруя для лошадей находится какая-то определенная. Она под цвет вот этих таких светилищ, короче. И потом эта лошадь, короче, там, ну, вот реально становится твоей пожизненной. Все остальные, они такие чистые.
одноразовый. Ну, не одноразовый, как бы, но быстро меняется. Сбор составляет 20 рупий. Тебе это устраивает? Давай. Регистрационный сбор уплачен. Спасибо. Теперь лошадь официально твоя. Как ты ее назовешь? Бля, ну раскладка, конечно, пиздец. Как я ее назову? Пожалуйста, дай своей лошади подходящую кличку. Ну, как я пропишу? Так как я играю на эмуляторе, походу, это нереально, да, сделать. Клавиатура. Как она у нас вызывается? У меня работает только кнопка выхода из этого дела. О! О, я нашел. Стрелочки, давайте его. Так, лошадь. Как будет лошадь звать? Напишите, напишите, как назвать лошадь. Можно лошадь назвать Зельда. Телку Линка зовут Зельда, и лошадь будет тоже звать Зельда. Дрючить он будет, я так понимаю, будет. Какая Зельда будет? Зельда. Зельда. Лошадь Зельда будет. О, чтобы хотя бы одна буква. Чтобы он не путал их. Все, лошадь Зельда. Поехали. Такую кличку ты хочешь ей дать? Да, по-моему, ей без разницы. Да. Дружба 0, кстати. Регистрация завершена. Возьмешь лошадь с собой? Да. Спасибо за обращение, до свидания. Вот, мне сбрую дали. Кстати, если отойдешь от лошади, можешь подозвать ее свистом. Но эту механику я уже хорошенько изучил, потому что, блин, вместо того, чтобы оружие выбирать нормально, я свистеть начинал. Это был полный отстой, конечно. Но теперь зато все работает. Ладно, поехали. Свист. Напомню, если ты будешь далеко, то она просто не услышит тебя. Слышит. Кстати, ничего не сказали про кормежку лошадей. Так-то. Но управляется она, конечно, не очень. Скорее всего, надо повышать доверие, и потом ты, короче, будешь с ней нормально общаться. Я думаю, да. Так. Давай попробуем поставить меточки. Вот так, допустим, в центр можно леса сходить. Прям ничего такого прям нету, но... На болото. Но все равно вот сюда ведут, как ни крути. Вот, прям на эту точку. Мы сейчас в горы полезем. Прям на лошадь. Давай, поехали, побыстрее. Ага. Почему у нее эта штучка одна слетела? Это, видимо, выносливость. То есть лошадку загонять сильно не надо, да? Да, он несется вообще. Так, вот с этого моста надо делать. Управление неотзывчивое. Возможно, эта механика как раз вот это вот доверие к лошади. Она воды боится, что ли? Да нет. Блять, я ее на палку накуканил. Мосташов, брат. Давай. Слушай, ну довольно-таки быстрая она. У нас мясник. А вот с поворотами тяжеловато. Ну, как говорится, не пешком.
сюда. Стоять. Тихо, 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 тихо. Во. Я, наверное, просто следую ее, оставлю на этом, как его, ну, рядом, полезу, допустим, на дерево, то она не должна свалить. Святилище поблизости. Сейчас позырю. Сдается она мне где-то наверху. Пром-пром, пром-пром, пром-пром. Где-то рядом. Ну давай на гору поднимемся. Ой, бля, не так много. Ай-яй-яй, тихо-тихо-тихо. Бля, как неудобно на лошади ездить, кстати, вообще. Она какая-то не очень управляемая. Ты в одну сторону, она тащит в другую, и такое себе получается. Давай еще раз поднимемся. Короче, у лошади фюзеляж, может, не тот. Стой. Бля, надо какое-то стоп-слово выучить. Посадить. Просто назад, и все. Главное, скорости поддать для лошади — это одна кнопка. А стоп, ну, вообще другая. Чё ты не хочешь, бля, как я забирался? Ну. А, я как черепашка ниндзя, бля, выскочил с нее. Ну, она не удрала. Спасибо на том. Похер ей на мои отношения. А, я опять потерялся. Как я наверх-то забирался? Блять. Качить. Вот я прям иду к святилищу. Так, ладно, давай не будем разгоняться для начала. Чё, блин? Она сама останавливается, ее почему-то все время влево клинит. Может, у нее стики дрифтят? Как у Nintendo Switch. Ну, святилище прям вообще рядом. Эй! Стоять, зорька. Что-то вкусное. Чудо редис. Окей. И пизды сразу же. До свидания. Чё ты, езжать-то собираешься? Бля, ну она всратая, конечно. Походу, у меня с головой что-то не так. И святилище пропал. С ней очень легко разбиться, по-моему. Там большой скелет. Босс? Ну-ка, слезем. Кстати, это босс, надо его заковырять. Да, это босс. На-ка. Ваншот. Их ты какой! Попробуем еще раз. Последнего босса, который... Единственного босса, который я тут валил. Он у нас этот, как он, с помощью топора вообще.
Тихо. Я бомбу хочу кинуть на него. Да, это, наверное, нереально. Я вообще хуй попал. Чем делать-то с ним? Ну это вообще капля в море. Давай попробуем так. Да, ну у меня угандошит быстрее. Хотя. Тут-тут-тут-тун. Без разницы, что сожрать. Отбежал, похилился, дальше побежал. Странный босс, вообще ничего не делает особо. Белка жрет. Так. Тын-тын-тын. Ну, пока есть мечи. Будем бить. Пойдем. Птово, я не знаю. Ну, давай. Чуть-чуть не хватает, надо что-то такое простенькое сожрать. Тын-тын-тын. Ну вот так. Раз. Два. Будем держать полное хп, чтобы он вдруг внезапно меня случайно не убил. Тихо. Пикаем. Та-та-та-та-та-та-та-та. Сколько добавит? Да, их много. Три. Пойдем. Убил. Блин. Чуть-чуть не хватало. Чтобы его замочить. Давай еще раз. У меня стрелы есть еще, кстати, разрывные там разные. Давай попробуем со стрел зайти. Бля, он так удобно, кстати, стоял тут. Да, я не попал. Стрел у меня больше, чем оружие. Надеюсь, он лошадь по ней не завалит. Это будет очень обидно. Напряженная схватка. Ну а так, половинку хпшки-то я у нее сбрил чуть-чуть.
Опа, в глаз прям. Как тебе такое? Блядь, это мелкие, то что тут бегают, не очень. Боевой лук почти сломан. Но у меня еще один есть. Понимаете? Лук сломан. Поменяем мы лук. Фил, не то. Не то ты зовешь. Так, давай. Надеть. Пока не буду стрелы другие использовать. Пока и так нормально все. Тупо интересно, что за него дадут. О, нихуя ему вообще здоровье вынес, все просто. Я у него глаз вывел. А он его подобрал. Ля какой. Что-то я не понял вот эту штучку с глазом. Он ее почему-то выкинул. Точнее, он у него выпал. Глаз? Стой, ну надо что-то с ним делать. Взять. Ну. И чего? Треснуть по глазу надо. Его, блядь. У меня, кстати, стрел меньше стало. Я как белку, блядь, в глаза и дальше сейчас. Тогда. Ну, тяжеловато попадать, потому что он бежит на тебе. Блядь. Оп. А чё у него глаз не улетает? Все, хана луку. Луку-то хана. Кстати, нечестная тема, то что я начинал битву с ним. У меня было 54 стрелы, а сейчас у него пополнилось здоровье. Но у меня стрел уже 37. Где мои, блядь, остальные стрелы? На хуй ты повалишь? Так, ну, подходить к этому товарищу не вариант. Тихо. Эта стрелочка загорается прямо под ним. Что делать? Закрылся, сука. Взять. Чего, убросить надо куда-то? А он к нему возвращается. Что требуется от меня, я не пойму. Надо убивать этот глаз, что ли, или что, блин? Давай. Бац. Стой, оружие. Чего, блин? Надо по нему ударить. Он
размах откиливается, и все. Бить его не получается. Глаз возвращается к нему. Задамажить глаз тоже не выходит. Да. Ладно, давай перекур сейчас еще раз попробуем. Странный какой-то чувак. Сейчас я подойду. Появилось пару идей, кстати сказать. Сдается мне у этого Сталнокса. Сталнокс. Глаз у него стальной. Я могу его поймать в захват? Прям магнитом выдрать ему глаз. Нет, куда? Тридцать пять стрел. С него какой-то, кстати, меч можно бы выбить. Вообще не слежу за ландшафтом. Что происходит? Бля, он меня куда-то скинул.
еще гоблины в тему. Он находится там же, где лошадь. Тут еще святилище, походу, рядом. Короче, как вариант, выбить у него глаз и попробовать разбить его молотком. Опа. Глазик-то будем терять? Молодой человек. Стрелы-то не резиновые. Фил. Луку хана. Луку-то хана. Бац. Да, блять. Так, я сразу на молоток. Лошадь, уходи. Ну, вот этот лук. Стрелы стоят. Ну. Да. Хреново, что он рядом с лошадью моей трется. Ну, он вроде ей ничего не делает. Вот тут примерно, да, он стоит. Купить, по-моему, понятно. Не попал. Почему не попал? Вот гнида. Чем он зашвырнул? Дубинкой своей? Мне стрелами наказывает игра. Крути ты башкой. Надо еще определиться, что с этими делать. Что с глазом творить. Так, мы это берем. Берем лук. Не успел. Короче, деревьев рядом нету, он от себя ребра вырывает.
Ну давай, кидай. Ни хрена не вижу вообще. А куда ты полез вообще? Стрелы кончились. MR.тост. Надо его аки как белку. Да я понимаю, что его надо в глаз мочить. Вот, тяжеловато, во-первых, попасть. Потому что он в движении постоянно. Вот, что с глазом делать, вот. Так, стой, оружие, но... Почему-то я могу его только взять. Взять, и все. И он обратно к нему катится. Вот как? И у него опять такое же количество хп. Почти. Что за загадки-то, я не понимаю. Стрелы опять кончились. Вот взять. И чего? Просто удрать с ним. Он мне из рук вылетает. Молотком не получается его разбить, блядь. Там еще Мишка проскакал. Но Мишка тут вообще в тему. У меня обратно такое же количество хп. Бля, что с ним делать-то? Заебись, он спрятался. Потому что утро наступило. Что за херня? MR.тостер. Разломать. Я пробовал лупить по глазу вот этим вот молотком, который ломает эти, как он ломает камни. Он не ломается? Тут пещера. Что с ним делать? Да, причем сейчас еще пройдет автосохранение, и у меня все, вот сохранение прошло, стрел больше нету. Ебись. Кстати, разрывные стрелы. Где это? Мы сейчас с этой стрелой вот здесь вот проход пробьем. Так, с этим понятно. Да, ну что с этим мужиком делать, я так и не понял. Надо гуглить. У меня вообще идей больше никаких. У него глаз вываливается, а ты с ним сделать ничего не можешь. Он обратно возвращает его, и у него восстанавливается жизнь. Дичь какая-то.
хер знает, давай хоть судилище пройдем. Если надеть вместе одежду доспехи одного типа, чё, голова там? Ясно, будет помогать, короче. Эта функция доступна только при игре на Wii U геймпад. Угу. Вот тут у нас гироскоп будет. MR.toaster. Часик. Используйте Wii U геймпад. Это святилище про гироскоп. Тюлька, следующий раз в воду кидай. А я, кстати, кидал глаз в воду. Типа он под течением. В чем соль? Надо просто его с глазом разъединить или что? Да. Карабоксовский геймпад тут не вариант. Ладно. Тогда до свидос. Без святилища. И я даже, знаешь что, я предлагаю, короче говоря, загрузиться. Бля. Вот отсюда. Что у меня и стрелы есть на месте, да, все? О! Хитрость! Ваша задача бить по глазу по таким направлениям, чтобы удар откатывал этот глаз, оттолкнулся подальше. MR.toaster. Ваша задача бить по глазу под таким направлением, чтобы удар откатывал этот глаз, оттолкнулся подальше. Повторяйте два минус. Три раза и вуаля, вы счастливый обладатель неплохого лута. Значит, получается, надо его подальше от глаза отсоединить, правильно? Я помню, как белку заебеним в глаз. Опа, все. Ну, половину надо ему снести хотя бы, чтобы он ж глазик-то свой потерял. Оп. Не папашечки. MR.toaster. Ну, получается так. Давай сейчас его в реку кинуть. Может, типа его течением унесет. Так, а вот гироскоп, кстати, у нас не работает. Может быть, в эмуляторе надо нажать, типа, управление гироскопом? Ну, точнее, Wii U геймпадом. Не попал. MR.toaster. Кстати, пока он сидит, его можно дубиной по ляхам бить. Долго анимация будет, пока достанет, пока туда-сюда. Так, лук. И стрелы. Я пока, видишь, я стараюсь держаться на расстоянии. Пока я до него добегу, он уже встанет просто. А там ваншот.
Можно, но что-то рисковать особо не хочется. Тут еще мелочь всякая выносится. Я еще пытаюсь от них уклониться заодно. Вот он сидит буквально сколько тут? 2-3 секунды и все. Я дальше бежать просто буду к нему. Херня, сейчас расковыряем. Интересно, что с него выпадет такого козырного. Тихо. Блять, что-то эти штукенцы атакуют прям. Уже 4. Ну, попал. Вот так. Короче, в принципе, что в глаз я ему стреляю, что в ребра, в принципе, урон одинаковый почти. MR.TOST. Ну так в гуиде написано. Блять, он... Падла, то, что он шотает, вот это вот бесит, конечно. Так, давай, наверное, сейчас загрузимся, чтобы они меня на стрелы, короче, не кидали. Это что-то не очень мне нравится. Так, вот, 34 минуты. Запомню. 50 лучше стрел, чем... Они отбирают по несколько штук сразу же. Главное, хп у него восстанавливают, а стрелы у меня нет. Бац. Ну да, одинаково. Одинаково ты ему сносишь. Хотя, чуть-чуть побольше, если в глаз попал. MR.TOSTER. Потрачено. Так вот. Шотает товарищ у нас. Отсюда вопрос, что за лут с ним вот тогда такой сыпанется. Хотя тут, в принципе, плюс-минус все враги такие серьезные, они все шотают. Что гоблины зеленые тоже. Один удар, и ты покойник. Бля, не попал. Оп. Они прям вот стрелочкой что-то обозначают, когда он сидит на жопе. Может, типа, обрати внимание на глаз? И луку хана. Бам. Чё, потерял ребро? Давай, следующий лук. Да, попадание в глаз его больше ранит, но не всегда это получается. Но можно войти в ритм и... Бля, ну... Серьезно? Да, я упал. Странно, но ладно. Я вообще не вижу, куда бегу.
Что я теряю уже глаз свой? Пидорас, блядь. Как Хидетака-то, а? Пахнуло просто. Я ж прямо чувствую вот этот вот запах. Вы погибли, блядь. Жалко стрелы на него тратить. Так, где мое сохранение? Его успешно стерли. Очень странно, тут автосохранение работает. Надо было, наверное, прямо возле него собственное сохранение создать, чтобы потом загружаться, да? Типа того. Ну, если что, в принципе, если уж совсем не в моготу, можно вот с конюшни близнецы сохранение забацать. Давай с 40-й минуты. Что делать? Два варианта еще же. Может, короче, стрелы либо кончатся, либо ночь закончится, и он просто спрячется. Ты пустую просто его валил. 35 стрел. Бля, у него полное хп. Я попробую. Я попробую его мечом убивать. Быстрее буду. Так, а поблескивают у нас мечи, которые уже немного утратили, скажем так, свою первозданную красоту. Ладно, я понял. Блин, ну у меня все равно хп заново. Он меня задамажил, пока даже на жопу не приземлился. С места последнего сохранения. А она тут у нас, да? Я знаю, я попробую что-то стрелами. Что-то мечом. Вот это вот я вообще не понимаю. Хитбоксы у него, конечно, просто шикарные. Он залип. Мелкие утырки. Он залип и пошел в обход. Да, интеллекта ему не занимать. Ну, он сейчас просто все деревья тут повытаскает.
и лук у хана, и стрелы кончились. Ай, вот так. Ну, сразу же давай другой лук, что делать. Давай, короче, сохранение, где лошади. Двадцать пять стрел, ну что это такое? Так дела не делаются. Загрузить. Вот, конечно, близнецы. А то сохранение лупит, пока ты с ним бьешься, и... Стрел-то меньше становится с этим автосохранением, а хп у него восстанавливается, все нормально. Сколько вот у меня сейчас стрел? Это? Опять. Че? Что требовалось доказать? Так. Ну, потому что другое оружие тут пригодится. Лошади у меня как таковой нету, да? Пока она не нужна. Я сейчас добегу до пункта назначения. Сначала этого... Я прям... Я чувствую, что его надо убить. Вот только как это сделать? Пару раз получалось. Почти. С глазом непонятки. Как-то его надо оттолкнуть, чтобы он плыл по реке. И он до него не добрался. Но мне кажется... Да, попробуй. Попробуй кинуть прямо в реку. Вдруг прокатит. Еще также вопрос насчет гироскопа со святилищем. Понятно, все, да, хана, ему просто не пройти. Он просит тупо хотя бы элементарное подключение геймпада. А геймпада-то такого нету. О, какие-то новые чуваки. Ну ладно, пусть они там будут. Давай, редису возьмем. Чудо редиса. О. И вот сюда. Ночь наступила. Сверчки, как будто ночь. Вон там лежит. Сохраняем. 20-19. Понял, принял. Если к нему подойти, прям по глазу тресну. А вдруг? Не-е-е. Нет, так не работает. Да, он не встанет. Пока вечер. Можно на оленя вскочить, серьезно? Бля, я хочу на оленя покататься. Теперь. Ну еще долго мне его ждать. Я там целый день просто лошадей ловил. Трум-трум.
Можно, конечно, Олежку попробовать забацать. Ладно. Пока ставим на босса эти стрелы. На него весь полтинник уйдет. Так-то. Хотя, ну, половина точно. Типа деревья лазить. Надо чем-то заниматься. Солнце в зените, так сказать. Что-то ни желудёв, ничего нет. Нищета. А дерево воняет бедностью просто. 10:35. Блин, это походу утро, да? Михаил. Еще на обуже учили. От мишек надо лазить на дерево. Хотя мишки и так хорошо по деревьям ползают. Где он? Медведь. Он сам меня боится. Сейчас ночь наступит, я еще раз сохранение сделаю. Чтобы не ждать вот это вот все время. Ну-ка, иди-ка сюда. Мишка же, по идее, с обрыва не сиганет. Он же не суицидник. Животного это дело не прописано. Нет, он сиганул, походу. Мишка! Да, серьезно, а куда он сейчас? Его просто не стало сыграть. Замечательно. Бля, можно как в Ведьмаке медитировать до утра просто? Особое действие. Что за особое действие? Визор и метки. Ра-ра-дан. Ра-дан. Бля, ну только обед. Пошли, короче, за лошадью хотя бы, я не знаю. Вообще не погода какая-то начинается. Лошади там, где деревня? Рассосались. Так. У меня стамина не хватит туда переплыть. Вот в Ведьмаке, в принципе, было неплохо тем механика, то, что ты можешь просто в любом месте сесть и медитировать. А тут, блин, бегать. Занимайся еще чем-то. А во сколько у них вечер, интересно, начинается? В 7, в 9, в 12. Ну, давай, чувак, быстрее.
Кстати, у них там где-то в деревне же костер горит, возле которого можно отдохнуть и до вечера причем. Сейчас мы так и сделаем. Если босса не получится пройти, это этот какого? Ну, в смысле, буду проходить сейчас босса, а лошадь я просто уже потом. Мне стрима поймаю. Прям там ничего нового. Давай дровов. Яблок. Что костер? А, ну да, дождь идет. И все тут трутся, да? Местная харчевня. Ну давай тогда, блин, я не знаю. Просто я с ними все диалоги прокручу. Зачитывать их уже не буду, смысла нет. Вот и привязался, братец. Заможет он скажем, если мы не можем разгадать загадку, он и подавно ничего не поймет. Ты прав. В общем, был такой бандит Лямбда. У нас есть информация о том, где зарыт его клад. Кто его найдет, станет сказочно богат. Естественно, чтобы узнать загадку, тебе придется раскошелиться. А ты как думал? Действительно, лучший кладоискатель. Я чую запах золота. Молодец. Стоит сотку. За такие сведения и 1000 рупий отдать не жалко. Ну что скажешь? Ладно, давай сотку. Я знаю, что я говорю. Молодец, брат. Юный мост возник над рекой, а в верховьях ее по ночам ревет белый дракон. Лямбда зашифровал местонахождение клада в загадке. Мне ее рассказал сам двоюродный брат друга жены, правнук. Ну, понятно. Так что это достоверная информация. Ух ты, какие у тебя связи, братец. Я тебе еще больше заложил. Это как-то обозначалось? Конечно же нет. Я только что сотку просрал просто так. Окей. С этой зелья, да? Ну, то же самое повторяется. Да все, отвали. Но огонь не горит, я просто не могу переждать до вечера. Ну-ка, чувак, придется 20-ку даже потратить, чтобы, блин, просто сократить время ожидания. Обычно вечером. Так, все, полетели к боссу. Лошадь потом. Она не при убивании босса не нужна. Она только будет мешаться. Что за загадка Лямбда, кстати, мне тоже было непонятно. Может, я где-то что-то должен найти и понять то, что это загадка именно та. И где-то там искать клад. Может быть. Так, у них вечер наступает где-то примерно часов в 9. Ну и рассвет где-то часов 6. Понял, принял. А вот синий баран агрессивный.
Так, где у нас финальный торжества-то? Повыше. Все, прям тут сохраняюсь. Я его увидел. 20:31. Хорошо. Ему наводочка ему в глазик. Так, ДМБ. Свиненок ваш этим мутантом. Свиненок ваш мутантом оказался. Глаз мне под белый кортик отобрал. Эх, он руку убрал не вовремя. Ну, 50 стрел. Можно его и так просто лупить. Не всегда попадая в глаз. Прям нашмаливать его. А я сейчас в глаз ему попал. Меня обманывают. Давай. Давай. А я сейчас ему опять в глаз попал. Интересно, ему прям меж пальцев его костлявых долбануть. Блять, я слез. Твою мать. Вообще надо, кстати, определиться, куда глаз швырять. Так, река у нас с той стороны. Товарищ, товарищ, иди-ка сюда. А ты не прячься. Мне в самом не свалиться. И зачем, блядь, как он тупит, а? Давай, глаз сюда. Блин, где река это? Я совершенно потерял ориентиры, куда я убежать. Вот сюда, уровень. А все, он его поднял. Ты падла. Этот глаз обратно закатился по этой, по скале. Заебись. Ну да, такими что делать.
Не, пока по лесу от него бегаешь, а ориентиры теряются напрочь вообще. Блядь. Я забыл время. По-моему, другое было. 29 минут, разве нет? А, вот, 31 минут. Чё-то беда какая-то, вот он взял и меня убил. Выстрел 55. Сэкономим время, я ему так нашмаляю. Чё, блядь, самый умный? Потерял, либо он в деревьях запутался. Так, лук, ок, ёбаный бревно нахуй. Разве не должны быть в таких играх тогда уклонения? Ну что это такое? Thank you.
Охуенная камера. Блять! Он уже бесить начинает. Так, на стрелу у меня по-прежнему 55. Пробуй его бить, пока он сидит, авось быстрее будет. Я не понимаю его хитбоксы вообще, потому что ты только к нему подходишь, ты сразу же покойник практически. Че за хрень вот это, я не знаю. Он тебя просто дамажит, блядь, со всех сторон. Вот так. Все, и тут же текать, наверное. MR.Foster. Пыляшка и айтем. Ну, типа того и выходит. Я зато так меч ломаю. Ну ладно. Стой. Пять слова. Блять, ну дай. Пинка я глазу дал. Он за ним пошел. Что за хрень происходит вообще? Что не так с этим боссом? Ну все, и босс, короче, затупил просто. Глазик-то вот он. А глаз к нему катится. На. Нет. Глаз, короче, говорят, ты, блин, как хочешь, выкидывай. Без разницы. Он все равно его ставит. Вот. А, нет. Херня это все, я просто оружие долбал. Бей глаз не получается, глаз урон не получает. MR.Toaster. В гайде так было написано. Блин, давай попробую, конечно. Начал, сука, от себя конечности отрывать вообще все, походу. И чаще атакует. MR.Toaster. Его надо отбивать подальше от босса. Подальше от босса и лупить по нему. По глазу, что ли? Странно, вообще странно.
блядь, нихуя не вижу. Но он не дамажится. Просто дамаг не прилетает. А не, прилетал. Так, ну слава богу. И чё? Зуб Кинокса. Зуб, выданный из челюсти Кинокса, ужасно огромный, даже по меркам монстров. Из него можно свалить зелье. Еще зуб. Огромный бумеранг. Рыцарская алебарда. Вот меч, который из него торчал. Так, мы тогда вот эту штуку выкидываем. Поднимаем мега-меч. Меч молнии. Стой, я про него не прочитал. Что? Был выкован на Харульском увалье и закален молниями. Вспыхнув полностью, лезвие парализует врагов ударом тока. Это вот, вот меч мы будем расходовать в самый последний момент. Вот и точно что могу сказать. Надо будет по возможности где-то стрел купить. Я вот не помню где. А продавались вообще? Ну, вот это подземелье я вижу, где оно. Но без гироскопа мне его не открыть. Тихо, вот. Мишка. Мишка, иди. Иди, да, туда к себе. Ну вот здесь отметим, как... Блин, не как сундук. Тут подземелье, вот как бы это. Вот так, да, да. Давай вот так. Что-то медведь, походу, агрессивный. Да? Мишка, тебе тоже, что ли, пизды дать? Как и этому... Михуил. Давай биться тогда, что делать? Может, его разрывными, блядь, ебануть? А, не попал. Миша, блядь. Сидя, сколько у него стрел влезает. Как воин Чингачгук, тут бегаешь за медведями. О, прям в глаз ему. Так, вот это реально как белку сейчас ёбну. Давай мясо мне три. Давай мясо, давай мясо. Три куска целых. Как мясо есть, так три куска. Как нахуй здесь пизда узко. Кстати, у меня 5 стрел всего осталось. Угу. Мне какой-то надо неистекаемый ресурс по стрелам. А мясо будет. Все, можно теперь спокойно душой возвращаться. Что у нас на оружии? Вот этот. Стрела. Да, тут все прям пособирать. Было бы здорово, но... Они в трупе остаются. А в этом беда. Теперь можно обратно идти за лошади. Точнее, в деревню сгонять. Время 5:50. Но сейчас как раз пока дойду. Наступит утро. Наступит утро, ясно. Там и лошади придут, они и так пасутся там.
Причем они на одном и том же пятаке появляются. Слушай, ну этот босс был довольно-таки непрост в плане том, что, во-первых, непонятно, что с глазом делать. То есть у каждого босса, значит, будут свои механики, это точно. Свои атаки, это тем более. И причем тут можно на некоторых боссах хорошенько присесть. Что там того, то что это даже не сюжетный, не обязательный босс. В очко себе стрельни, идиот. Да, грибы. О. Попал. Ты смотри, какая падла. Короче, ловим любую, а они все одинаковые, по сути. Какую-то просто гладить надо будет по-другому. Подольше. Вот этот черный вот. Блять. Где это говно? Скутырок, а какой? Да я бы ему еще в глазницу бы нассал. Что это такое? Глаз осьминога? Понятно. Какую лошадь меня спугнула? Стой, а что, у меня жратвы нету? Есть. А, что-то попроще. Вот вроде два одинаковых блюда, но... Одно 70 ест, другое вообще на 3. Ладно. Так, все лошади рассосались, только жопа пикнистая осталась. Кстати, ничего не говорили про эту тему. Если лошадь у тебя частично пятнистая, как она себя будет вести? А барана можно? Да, баран, блядь, меня оседлал. Что за хрень начинается? Я хочу черную лошадку. Опа. А мне стамины на нее не хватит. Она, короче, слишком борзая. Я понял. Короче, лошадь можно только на прокачке себе найти. Ну ладно, возьмем пятнистая жопа. Она вообще не двигается. Может, она глухонемая какая? Ну и куда ты? Все. Ну такое себе, вообще на двоечку. Так, ну-ка давай, стой. Стоять. Стоять, говорю, Зорька. Ты знай. Вот эта лошадь что дает. Когда не убегает. Тут агрессивные слизни. Да иди сюда, ну чё ты? Нормально же общались. Опять эти мутаки. Еще раз, может быть, ее надо более интенсивнее хлопать, я не знаю.
Я прямо этой кнопочкой спамлю. Через два. Че, серьезно, мне только пятнистая лошадь светит, что ли? Давай посмотрим, что на дереве есть. О, поцик. Нашел, нашел. Я на голову кинул камень. Интересно, а лошадь запоминает то, что я, типа, пытаюсь ее объездить? Что-то приготовился делать. Так, ну давай вон тех лошадей посмотрим. Что-то вот с пятнистой жопой на эти, как он, на два этих деления, она, по-моему, совсем убогая. Я бы среднячок какой-то найти. Максимум пятера, по-моему. Они тут, кстати, все с пятнистыми жопами. Да. Пойдем за твой. Чтобы не мудохаться, могли бы сделать тему, чтобы просто взять, подойти и купить лошадь. Ну, серьезно. Короче, давай хоть какую-нибудь. Ну, это просто ближе стоит. Понятно. Все, это чик, и сразу же это, поняла, кто батя. Ладно, будем брать что попроще. Потом уже, ну, не на один десяток часов игра-то, так что лошадь потом поменяю. Не тот, вот этот нужен. Нажимаешь говорит, лошадь ускакивает. Так, стоять, вот вообще стоять, вот вообще стоять, наконец. Не он нужен, другой. Как между ними переключиться? Вот эта тема очень удастся сделана. Ну-ка, а если я сюда прям заеду? Нет, там, наверное, не получится. Ну, нажимаешь вперед. Наконец. Все. Сделали. Да, отдохнуть, зарегистрировать лошадь. Просто у той было скорости, по-моему, да, на 3 звезды. Вот, пойдет. На первое время хватит. Да-да-да, 20 рупий, хорошо.
лошадь буду звать Гнида. Кстати. Гнида от слова гнидая. Пойдем. Да, да. Регистрация же. Да, возьму. До свидания. А слушай, ей не нравится. Если ты ее часто, ну, как бы не в тему хлопаешь, ей действительно не нравится. Она прям брыкаться начинает и сразу же в сторону тебя отводит. Че сажать такого? Чтобы было норм. Если что-то обычное есть. Вот так. Пойдет. Все, наконец-то поперли в деревню, короче. Она уже подкованная сразу. Молодец какая. Надо еще со скоростью, кстати, определиться. Как-то странненько. Но останавливается почему-то. И он там сундук вижу. Тут, наверное, много стамины надо, чтобы на этот сундук забраться. До него дотянуться. Так. Вот в сторону мне надо. Чего, принцесса Зельда? Дамочка, вы кто? Ты уже был источником мудрости? Да, вроде. Этот источник известен тем, что перед ним преклонялась принцесса Зельда, мой идеал. Источник мудрости неотрывно связан с принцессой Зельдой. Принцессы замка Хайрул посещали это место из поколения в поколение. Бля, я что, буду по предложению с ней вытягивать? Источник мудрости неотрывно связан с принцессой Зельдой. Понятно, иди в жопу, короче. Бесполезная женщина. Только лошадка. Нет. Поедем на том, что есть. Ну-ка, погладить. Снова не то. Еще лошадь. Прям прямой наводкой башкой в бордюр. Да, я просто уникально управляю лошадьми. Столько народу везде ходит, они какие-то все бесполезны. Так, вот они сказали, что-то там через мост, бла-бла-бла. Мост Кокорико. Блять, что такое? Там что-то растет, походу, полезно. Проще так слезать с лошади и собирать какой-то лут, и потом ехать дальше, потому что, ну, может быть, из-за недоверия, пока она плохо, нормально, но точнее, адекватно не реагирует она. Очень пока топорное управление. Бац. Янтарь, толкнем. Где лошадь? Ну, хоть не глухая. Гнида не может до вас добраться. Гнида, слава богу, что она не может добраться. Подожди, а с лошади я могу собирать?
Цветочки, ягодки. Хераздо. Что-то новенькое. Лотноцвет. Лекарственное растение. Не ломается, даже когда на него наступает. В люди оно повышает вашу защиту благодаря прочным, но гибким волокнам. Хорошо. Пригодится. Времени отмал. Походу, есть резон камушки собирать. Так-то. Они часто попадаются, их можно продать. Хотя, может быть, камни эти пригодятся для какого-нибудь прокачки брони. Так, короче, можно притопить маленько. Пока тишина, не этих. Не святилище, ничего такого нет. Так, сейчас попробую вот вообще ничего не нажимать. Ведет ли лошадь? Стоять. Кто такой? Эй. Просто тормозить на ней неудобно. Проще соскочить с ней. Здорово, мужик. Юрн. Ты меня видишь? Ну да. Ура, ура, Кьюрн, Кьюрн. 100 лет меня никто не видел. Я Эсту. Мне очень нужна помощь, но меня никто не видит. В общем, слушай. Мои любимые маракасы стащили монстра. Вижу. Они там за скалой. Сейчас отберем. Без маракасов я не могу использовать свои особые способности, Кьюн. Пожалуйста, забери маракаса монстра. Без базару. Лошадь не терялась, она, наверное, тупенькая у нас, так что мы это будем ее позывать периодически. Ну то. Так, пу-пу-пу-пу-пу. Пару мечей. Ну да, иди сюда. Так, эти челики у нас ваншотают. Надо помнить. Минус один. Я подох. Зуб. Там еще чувак какой-то стоит подозрительный. Ему позже. Ладно, одно место освободилось, коль так. Стоит не то оружие, точно. Тихо, тихо, тихо. Дайте хоть меч какой-нибудь. Давненько не давали. Гоблинов много, а вот с них только одни палки падают, беспонтовые какие-то. Так, и здесь у нас... Так, какая лошадь, блядь? Топор. Короче, в ящиках ищем стрелы халявные. Единственное, что затупится, это топор. Маракасы Эсту. Шли вернем. Сюда лошадь не пролезла. А походу жирная. Брокко. Ой, прошу прощения, я так размечталась, ушла в себя и совсем тебя не заметила. Такая у меня была прекрасная мечта в сверкающих рубинах и сапфирах. Надо сказать, эти два вида камней можно продавать по особо высоким ценам. На них можно в два счета целое состояние заработать. Еще раз прошу прощения, я не могу спокойно думать о камнях.
Она ничего такого, она не торгаш. Но и ничего ценного, в принципе, она не сказала. Ну, блин, логично, что камни драгоценные, будут драгоценными. Она мне, блин, одно и то же сказала, короче. Странная женщина. Кьюрн, это они. Мои маракасики. Давай скорее сюда. Почему у него лист прикрыт ртом? Рот прикрыт листом. Кьюрн, я так сейчас... Стоп, совсем забыл. Мои маракасы. В них ведь нет корокских семечек. И теперь они молчат. Кьюрн. Что за слово? Кьюрн. Мне бы хоть одно семечко, я бы пел, танцевал, использовал способности, чтобы отблагодарить тебя. А как насчет отсос, нет? Например, я бы мог сделать твою сумку вместительнее. Вот оно. Видишь ли, дети леса стащили из маракасов корокские семечки. Я их искал и не нашел. Нюх-нюх, я чую корокские семечки. Тебе дали их дети леса. Заодно корокская семечка, я сделаю твою сумку вместительнее. У меня их три. Для оружия будем сразу же. Увеличиваем оружие. Все остальное мне пока не важно. Хорошо. Пам-пара-па-па. Еще даже субтитрами позвучили это дело. Да. Смотри, отделение для оружия стало больше. Кя. Нюх-нюх, у тебя есть еще крохты и семечки. Какое отделение я увеличу? Еще оружие. А, теперь ему два надо. Давай. Милишным оружием чаще пользуешься. Будет сделано, танцуй со мной. Хорошо. Часто приходится какие-то вещи выкидывать, чтобы подобрать другие. Ну, это говорит о том, что надо будет прям каждый камушек желательно поднимать теперь. Искать вот этих мелких ребят. А, ну все верно, это что-то это. Подумал то, что у меня какие-то задания нарисовались, а я их просто не сделал. Щит. Нет, не нужен. Давай, БК жертв. Главное, на врагов ты тратишь много оружия, а с них какая-то херня, мелочь выпадает. Гнида не может добраться. Но я не зря ее так назвал. Так, оружие. Эту мелочевку так и будем разваливать. Слушай, ну вот эти косточки не так-то часто попадаются, по крайней мере, пока. Может быть, потом что-то с ним как-то получше будет дела обстоять с ним.
Чтоб сожрать такого. Прям на два сердца. О. Ну что? Не, прям каждый камень не поднимешь. Может быть, они где-то в определенных местах валяются. Не знаю, запрос. Кстати, у нас еще этот. У нас молчит. Локатор. Такой, ты умеешь обращаться с опасными предметами? Здесь повсюду есть много ценных минералов. А что если устроить замечательный взрыв с помощью бомбы? Только, пожалуйста, когда меня нет рядом, хорошо. Ага. То есть можно не лупить этим какого. Не обязательно лупить молотком. Расходуя и молоток, и этот как его, и его износ. Достаточно просто долбануть в них этот бомбой. Куда исчезла? Да пиздец, предметы прям под тобой пропадают, то есть испаряются вообще. Так, эти штуки магниты. Да. А вот это. Ну, набери ты. Бля, может. Так, ну давай поближе. Стой. Так. А взять можно? Да, можно и без магнита было обойтись. Ой. Зачем мне сюда запрыгнуть? Зачем туда вообще лежит? Ну понятно. Лежит магнит просто, чтобы он лежал. Ни секретов, ничего. Так, ну давай, как сказала тёлка, попробуем эту бомбу зашвырнуть. Нормаш. Ну, короче, в следующий раз вообще этот молоток. Его можно или выкинуть, или просто его разбить об чью-нибудь голову. В дождь карабкаться по скалам сложно, так же, как даже для опытных скалолазов вроде меня. Не трать силы попусту, а лучше подожди, пока дождь пройдет. Кстати, можешь у меня что-нибудь купить. У меня в путешествиях что только не попадает. Сходит взглянуть. Ну, давай. Он едой торгует. Спасибо. Благодаря огромной жизненной энергии этот жук живет до 10 лет. Сварив его с органом, вы получите зелье, восстанавливающее силу. Ясно. Ну, давай продадим что-нибудь. Ну то. Чего у нас много? Как-то всего по одному, по два. Вот, давай, зуб. Все продаю. 56. То есть лошадь и спальное место я уже отбил. Все. Пойдет.
О, наконец-то ожил у нас этот товарищ. Святилище стало куда наверху. Хотя, может, и тут. Что там такое? Погоди, а не может быть, а вдруг они магнит? Нет. И чё, куда мне? Центр деревни? Здравствуй, путешественник. Ух, кажется, ногу подвернула. Кто тут у нас? Ох, мне даже как-то неловко перед тобой. Чего? Скажи-ка, путешественник, откуда тебе эта вещь на поясе? Дело было так. Я он ей все рассказал, все подноготно. Ясно, ясно. Что-то быстро он историю рассказал. Ну, раз у тебя камень Ширика, значит, ты тот самый герой из легенды. Да, хотя тех, кто знает эту легенду, теперь уже мало осталось. Мы, Ширика, очень долго тебя ждали. Тебе нужно поговорить с нашей старейшиной, госпожой Импой. Как ее найти? Я бы мог догадаться, что она в самом большом домике. Хорошо. Понятно было с тобой. Приятно было с тобой познакомиться, хоть жизнь не зря прожила. Ну, прям мне что-то как-то почесть прям жесткую. Так, а это у нас где-то тут. Святилище наверху. Так, подожди, давай в дом попробуем залезть. Но вряд ли, вряд ли. В дом мне дадут. Дадут. Че, дротики? Что за ей на спину полез зачем-то? Гостеприимная женщина. Ласли. Ты что, мне нельзя так просто врываться ночью в комнату порядочной девушки? Согласен. Погоди-ка. Это у тебя камень Ширика. Неужели ты тот самый воин времен великого бедствия? Мне бабушка про тебя рассказывала. А ты хорошо сохранился, знаешь? Я с трудом представляю себе великое бедствие. Хотя, судя по твоему лицу, ты тоже его себе с трудом представляешь. Ну да. Правда? Тогда загляни к госпоже Импе, она много обо всем этом знает. Мне кажется, сейчас пока ничего со мной разговаривать нормально толком не будут, пока я дальше там не пройду либо по сюжетке, либо еще что-то. Они все просто отправляют к этой импе и все. Какие-то дома, наверное, будут закрыты. Странная игра, ты бегаешь и в ночные эти жителям врываешься. Бабуля, ты что спишь? Бабуля, ты не спи. Да-да, еще живая, не волнуйся. Ох, я думал, это мой Олкин. Он все время за меня беспокоится, мол, я по ночам так тихо дышу, что он не слышит. Неужели все мужчины такие паникер? Ну, надеюсь, твой Олкин тоже жив. Не, радар прям это, активно пиликает, но только где, в какую сторону. Одежда здесь, ну-ка, иди сюда. Бутик близняшки-милашки, мы работаем без выходных. И что? Работать-то будем? Или мне надо зайти туда? Близняшка-милашка. Прикольно. О, и чепчик. Ну-ка, давай. Хорошо, здесь представлена только одежда из коллекции Клари. Рекомендую обратить внимание на нагрудник скрытности. А может, ты хочешь что-то продать? Я к твоим услугам. Что я продаю? Сколько у нее будет стоить вот эта штука? 210. Короче, везде цена этих опалов одинакова.
Я не знаю, можно ли их продавать. Но вот этот янтарь часто попадается. Давай десяточку. Три соточки. Оп, получи, распишись. Смотрим, что за коллекция. Ты что, никогда не слышал о коллекции Клари? Я лично отбираю одежду для коллекции. Здесь мои любимые вещи. Вот. Бла-бла-бла, показываю уже. Сам смотри. Подожди, она что, не продается? Или надо к шмотке подойти? А, вот, надо просто к шмотке подойти. 120, недорого. Халицкий. Тут тоже халицкая туника и штанишки, да? Так, обычная одежда, которую носят по всему Хайрулу. Шита из легкой, но прочной ткани. Ее не стесняет движение, за что особенно любят путешественники. Изготовлен традиционным способом, хорошо защищает от солнца и непогоды. Бандана у меня 3, но тут капюшон тоже 3. На шмотки мне хватит. На любые. Удобные, приятные на ощупь, шиты из крепкого материала, за что их, ну, понятно, то же самое. Чё? Красота, правда? Такую вещицу ты больше нигде не найдешь. Она позволяет перебегаться почти неслышно. Иногда это очень удобно на охоте, например. Правда, от ударов почти не защищает. Ясно. Это форма ниндзи, да? 7 соток. 6. 1300. Особый платок, изготовленный по технологии Шика, приглушает шорох. А одежда при движении. Так, 1300, 1800 на. Так-то. Но я пока у них необходимости жестко не вижу. Это, по-моему, все, да? MR.тостер. Надо брать. Думаешь? У меня бабок не хватит. Всем привет, с вами королева слухов ТВ. Хотите узнать кое-что новенькое? Сегодняшняя тема — пруд любви. Говорят, на нем можно встретить свою настоящую любовь. Посвятите его все, чего нам не стоило. Что? Какой рейтинг? Рейтинг Трилисы. 5 звезд. А это прям застыло. Вот такой вот позе. Стоит возле этой стойки. Мне сейчас рот порвется, походу. Так-то мне штаны, что? Вот штаны. Допустим, посмотрим. У меня штаны. 7. MR.тостер. Попозже, я так думаю. Ну, попозже. Я пока просто не вижу необходимости тратить 1000, ну, почти 2 косаря. Я даже, наверное, если все втарю, то мне не хватит. Мне тратить почти все свои бабки, собранные ресурсы, которые, возможно, потом будут полезны, тратить на просто шмотку, которая мне позволит подкрасться. Если какая-то такая механика нужна будет, тогда уже да. А так смысл? Старая рубаха. Семь. Ну что значит 7 напротив одежды? 7 — это у него защита или что? Вот это с бафами. Скорость лазания и защита от холода. Шмотки полезны. Ладно. Давай мы вот эти возьмем, короче. Почему-то тройка написана. Ладно, бабок все равно, в принципе, наверное, достаточно. Давай мы вот эти шмотки приберем. Еще раз с ней поговорим. Понятно. Так-то, наверное, я и шмотки могу толкнуть.
Чем этот бандан отличается? Ну, по факту бандана надо искать. Ну, тут уже вроде на бойца немножко стал похож, что она как тёлка какая-то бегает. Алийские штаны, тут то же самое. А, вторая цифра, это показывает то, на что ты меняешь. Я понял. То есть и бандана 9. Да, бандана 9 и шапка 9. Туника, вот тунику я этот, туника на 7, точнее, ну, тут защита от холода она на 7, но тем не менее, короче, пускай она будет, потому что, мало ли, в зимний биом, если переть, то она пригодится. Вот это вообще дичь, майка Nintendo Switch, блядь. За покупку талона DLC. Идиоты. Так, ну их штаны одинаковые. Это можно продать. Ну, а как копейки стоит, стопудово. Тут часто по горам лазишь, так что, наверное, все-таки бандана напяленная будет. Ну, прикольно. Ну, блин, это лучше, конечно, смотрится, поинтереснее. Ладно, бандана тут бандана. В ней Линк более чмошный, конечно. С всеми ушами. Ладно, пусть будет. Я же штаны лишним купил. Короче, продаем раз, два, три предмета. Где это? Бешеная. Иди сюда. Продаю кое-что. Не то. Жаль, я уже обрадовался. Сколько дрова у нее? 2 бакса стоит. Такое. Так, вот это вот полетело. 15 рупий. Хорошо. Штанишки. 25 рупий. А там я у нее за сколько купил? За 60, по-моему, да? Сучка. Барыга, короче. Чего бы ей такого продать? Чего у меня много? Я вот не знаю, зачем вот эти механизмы нужны. Возможно, когда-нибудь пригодится. Понятие растяжимое. Да все, отвали. Ну, я запомнил, где шмотками торгуют. Это отмечено к тому же на карте, так что все нормально. Я бы стрел у кого прикупил. О, привет, ты тоже путешествуешь. Странствующих художников ищу живописные виды для своих картин. Скажу кое-что по секрету. Где-то рядом с деревней есть родник большой феи. Я обязан его увидеть. Говорят, он не только очень красивый, но и обладает удивительной силой. Местные отказываются мне его показывать. Просто они почти никогда не покидают деревню к таким путешественникам, как я, относятся как к чужакам. Но я не сдаюсь. Если я узнаю что-нибудь, обязательно дам тебе знать. А где можно стрел купить? Такая большая деревня по-любому где-то продается. Четыре сферы духа. Это чтобы обратно на плато не бегать. Луна нарисована. Походу это отель для местных. Надо иметь такой здоровый дом, две кровати, все. А что, кто, где посетитель? Напугал. Обычная кровать, понятно. И везде каждый диалог в отеле, короче, ну где ты можешь покемарить. Везде этот диалог. А в чем разница? Тут у нас продукты, да?
Хорошо. Что посоветуете? Кое-что продаю. Что посоветуете? Ну-ка давай. Может быть, у меня что-нибудь редкое будет. Ладно. Она говорит, тыква, тыкву. А вот купить. Прыг морковь. Понятно, короче, как тут и магазины работают. Ты просто подходишь, смотришь на этот магазин, и все, и он открывается. Точнее, ну товар нужный тебе. Ты посмотрел, и все, что надо, купил. Вот стрела. Стрела пятеру стоит. 20. Пучок. Из 5 обычных стрел. Так тогда выгоднее получается. Если одну. О, 20. Пучками брать выгоднее получается. Я еще, кстати, загуглю, можно ли тут самостоятельно стрелы делать. Стрелы. Сколько? 20, это того. 40. 60. Тут много не разбежишься, да? Стрел можно только по чуть-чуть покупать. Беру все, что делать. С десяток. Да, может, они потом появляются. 160. Передумал? Я все беру. Дороговато. Что делать? Кризис, инфляция. Ну все, по идее, все, что надо, я нашел. Эмма.тостер. А может вы из палатки зайти, они будут снова. Давай посмотрим. Нет. Может быть, знаешь, такая тема есть, типа сутки какие-нибудь проходят, день-ночь, и все, и вот заново. Че вы там насторожились? Стоять, ты кто такой? Это дом госпожи Импы. Это же у тебя камень Шика. Значит, ты носитель каменя Шикая. Прошу прощения за грубость. Госпожа Импа нас обо всем предупредила. Пожалуйста, проходи. Давай, как раз время осталось. Мр.тостер. Значит, надо из игры выходить. Парень. Баба. Ой, это ведь у тебя камень Шика. Блять, все знают то, что я с булыжником хожу. Это про тебя говорила бабушка, ты или ты. Я не забыла, просто очень волнуюсь. Ладно, все, вали. За нет волнения даже свое имя еле выговорила. Бабушка мне с самого детства тебе рассказывала, входи, она очень долго тебя ждала. А чё не ногой он дверь вышиб? Нихуя у неё шапка. Наконец-то ты проснулся. А, ну озвучивает, озвучивает. Много воды утекло с тех пор. Я сильно постарела. Но ты ведь узнаешь меня, верно? Шо? Так, так смотришь, будто впервые меня видишь, этот взгляд. Это я, Импа, ну хоть имя-то ты помнишь? Странно, как-то они диалог озвучили полчастично как-то, а все остальное добавили субтитрами. Значит, совсем ничего не помнишь.
Что ж, может это и к лучшему. Блин, подойди ближе. Сто лет назад? Да, 100 лет назад королевство Хайрул было уничтожено. Ты был при смерти, и Зельда велела погрузить тебя в священный сон. А потом она в одиночку бросила вызов Ганону. Но перед этим она оставила для тебя особое послание. Я ждала 100 лет только, чтобы передать тебе ее слова. Но! Послание, ради которого принцесса готова была расстаться с жизнью, если хочешь его услышать. Ты должен быть готов отдать свою жизнь. Но ты ничего не помнишь, боюсь, пока я не могу взвалить на тебя это время. Возвращайся, когда вспомнишь, кто ты на самом деле, и будешь готов услышать послание принцессы. Есть у меня, короче, фишка, да, но я тебе ее не скажу. Ошибись. Послание, ради которого принцесса была готова расстаться с жизнью. Я передам его только тому, кто настроен решительно. Готов ли ты отдать жизнь во имя добра? Да. Хе. Может, ты и потерял память, но храбрость и чувство справедливости остались при тебе. Хорошо. Ты ничего не помнишь, поэтому я расскажу тебе обо всем, что случилось. Возбудила и не дала, да-да-да. Совершенно верно. MR.Toaster. Ну вот, возбудила и не дала. ...связана с бедствием по имени Ганон. С давних времен он приходит снова и снова. MR.Toaster. Ромашка, блин. Душа героя вместе с принцессой, в чьих жилах течет кровь богини, спасает мир. И колесо... Ну, ясно. Бла-бла-бла. Ты избранный, вся фигня, только ты можешь всем помочь. С течением времени битвы с Ганоном становились легендами, которые... Передавались из уста. Понятно. Все ясно. 100 лет назад, чтобы подготовиться к пришествию Ганона, мы решили поступить так же, как и наши предки за 10 тысяч лет до нас. Но мы кое в чем ошиблись. Мы недооценили его силу. Чтобы эта ужасная ошибка не повторилась, принцесса просила сказать тебе вот что. Освободи 4 чудища. Ой, блин. Ладно, будем заканчивать, короче, они сейчас этот диалог будут у нас. Или все-таки почитать. Ладно, почитаем. 4 чудища. Это древние боевые машины Ширика. Им управляли 4 воина, которых погубил Ганон. Чудищем Варуданием управлял Дарук, воин народа Гаронов. Чудищем Вамеду управлял Ревали, воин народа Рита. Чудищем... Но я все равно их времена не запомню. Без помощи чудищ тебе будет сложно справиться с Ганоном. Ганон захватил их 100 лет назад. Короче говоря, освободи. Освободи вот этих ребят от... вот этого помешательства, и все будет нормально. Но мне кажется, что с твоим камнем Шика что-то не так. Его оставила тебе принцесса Зельда. Он твой проводник в этом мире, твоя память. Дай-ка подумать, кое-что в институте деревни Ханету мог бы тебе помочь. Понял. Последняя надежда, пути назад нет, вот это вот твое предназначение, всякая фигня, короче, понятно. Ладно, будем на этом стрим заканчивать, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.